Скажи, пожалуйста, у тебя вот машина твоя, которая, фургончик вот этот, он рабочий у тебя? А ты мне мог бы помочь? Я же тебе заплатил. А? Мог бы, да? Мне нужно в Черыш съездить. Бабушку привезти. Мою перевезти ко мне. Подумаешь об этом? Это еще не сегодня, конечно, нет. Еще время есть. Я просто на всякий случай. Пожалуйста. Там кое-что забрать мне надо. Там телевизор такой. Надо и встроенный. Да я такой же. Она говорит, я говорит, заплачу все, у них деньги есть. Она. Ну, один вопрос. Брат, а что, в гости или на совсем? Она хочет на совсем. Нашлась бабушка одинокая моя, родная. Приятная бабушка. Да. Это бывшая милиционер. Но она была у нас. Майор милиции. Она моей бабушке, родная сестра этой юности. Которая жила у вас? Да, да. У которой я живу. На территории, которой сейчас я живу. Ее сестра родная. Да, да. То есть она тетя твоя? Да, получается как тетя, но она такая старая, там, короче, как по временной что-то. Ей 82-й. И ее внучатый Климент. Да, внучатый Климент. Но она любит, что бабушка. Мне тоже с детства приучили там называть мужа моей этой тети папой. Вот я его все время папа звал. Так и закрепилось. До самого смерти. Вы читали, что тут написано? Читали? Читали. Ну и что, и как тебе? Витя, это заводи сюда. Добрые дела, добрые дела нас окрыляют. Счастье, чувство все переполняет. Хочется весь мир тогда обнять, и с Христом ранее не принять. Я просто баптистское песнопение пою, еще это не вот это не длинно, вот на эти баптистки, мне кажется, простенькие, ну там хотя бы ритма, хотя бы глубина. Нет, когда мы двигаем, сидим, никогда не... Вот на снизу твоих собачек не дай. Давай начнем понять. Царю небесный, утешителю души есть мы, и вместе сын, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, молим Тебя, благослови наше собрание, прибудь с нами в этот воскресный день. Просим Тебя, сохрани нас в братской любви друг к другу, в единомыслии. Никакое гнилое слово да не зайдет из уст наших. Хвала Тебе, же честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Подождите, у нас же сейчас собрание. Давайте отставим. 5 минут. Да перестань. Ну потом. Сереж, давай потом прочитай каждый дух. Что там? Это и понятно уже было. Ну собрание годовое начинайте. Где секретарь? Секретарь здесь. Филакта выгнали.
Прости. Секретарь, встань перед батюшкой, как лист перед травой. Проходите, проходите, садитесь. Мистер, отойди от нас. Это Марина Геннадьевна. Сюда перенеси. Перенеси. Прошел год, как у нас было собрание общины, отчета перевыборного. Быстро время прошло. Вроде бы совсем недавно было, уже год прошел. Ну и вот сегодня мы проведем. Значит, первое. Перерегистрация членов общины. Секретарь зачитает у нас, кто члены общины есть, да? Вы повестку все огласите, а потом... Да, хотите, мы по порядку будем все начинать. Как раз вы по делу огласили, второй, давайте так. Хорошо. Повторяйте. Я, как всегда, буду называть по фамилиям, именам, отчествам. Отзывайтесь, пожалуйста. Просто фамилии... Это... Алфимова Людмила Степановна. Барышникова Валентина Алексеевна, Бауэр Эдуард Викторович, Блинникова Раиса Николаевна, болеет. Борисова Валентина Павловна, здесь. Браткова Любовь Петровна, Владыщук Елена Александровна, здесь. Головач Андрей Игоревич, здесь. Гончарук Александра Михайловна, Дмуха Константин Георгиевич, Дмуха Надежда Александровна, Дмуха Татьяна Анатольевна, Труба Тимофа Андреевна. Добунов Игорь Владимирович, Добунова Марина Геннадьевна, Ельникова Анна Кузьминична, Джонарова Нина Александровна, Загуляев Алексей Викторович, Загуляева Галина Александровна, Загуляева Наталья Валентиновна, Зверева Маргарита Александровна, Пожустина Татьяна Кузьминична, Куликовцев Михаил Петрович, Кучина Анна Александровна. Куликовцев, так, зачитай дальше. Вопросик ставлю. Леночка, я тут сижу. Извините. Входит в храм. Вопросы. Кручина Анна Александровна. Кручина Николай Павлович. Кудрявцева Галина Николаевна. Лапкин Игнатий Тихонович. Лапкина Надежда Васильевна. Немцова Галина Васильевна. Пащенко Владимир Александрович. Здесь. Петеримов Виктор Анатольевич. Петеримова Алевтина Пантелеевна, Петеримова Лариса Ильинична, Полепитина Елена Валерьевна, Польгоев Николай Валентинович, Польгоева Надежда Ивановна, Попов Вадим Викторович, Попова Надежда Андреевна, Попков Сергей Павлович, Сироткина Антонина Севастьяновна, Сокольских Валерий Сергеевич, Унагаева Мария Яковлевна, Фатеева Любовь Николаевна, Цынгаева Татьяна Александровна. Здесь. Черепанов Василий Николаевич. Здесь. Шубина Зоя Николаевна. Здесь. Щукина Нина Алексеевна. Здесь. Яковлев Виктор Андреевич. Здесь. Якушева Тамара Ивановна. Так, вопрос поставил Михаиле. Кто что знает, что он? Где он? Входит в Покровский собор. Ну, входит в Покровский собор. Входит как-то... Так что у нас же мы никого не держим в общине. Ну, написал как-то, блин, подошел к батюшке кому-то. Знаете, я понял, что я, то есть, не здесь нахожусь. Как-то простите меня, поблагодарил за все, что было хорошее. Ну, иди. Это как-то был, ушел и... Ну, так не бывает. Ни в одном обществе так не бывает. Понимаете? Так не бывает. Как-то был, сколько иду. Раз, и как-то нет, как будто бы и не было. Ну так не делается. У меня есть, кто уходили из нас. Телефон не отвечает. Уходили даже, которые были там, допустим, так негативно настроены, и то попросили прощения, там, простите, я вот поставил причину, почему я это ухожу и пойду там. Или другие уходили, мне говорят, далеко трудно ходить, а можно буду в тот храм ближе ходить. Ну, пожалуйста. Раз не на чем ездить, да далеко там кто-то. Так, такое было. Ну это так уйти как-то. Кто-то, значит, как-то. Где-то повстречайтесь с ним, скажите, или письменно пусть напишет, если не может, вот, или,
Как-то так вот. Причина какая по причине, что, может быть, в чем-то здесь не так мы поступили с ним, отнеслись к нему. Вот не с любовью, может, обида какая-то есть. Пусть это как-то выскажет, чтобы нам-то хотя бы знать как-то об этом. Братья, кто-то сможет, значит, повстречайтесь с ним как-нибудь. Где-то. А кто сможет это сделать? А? Володя. Значит, Володя, сходи и поговори. Просто ни в чем его не обличай, не осуждай, просто скажи, ты как-то объяснись просто причину твоего ухода. И все. Ладно. Вот, если что-то было плохое здесь, плохо, это выскажи, чтобы нам это исправить, и чтобы этого не допускать с другими. Понимаешь? Так, ну все. Отчет о продолжительности. Я еще не закончила. Нет еще? Ну так давай, Алина, ты все. Я хотела сказать, что по сравнению с прошлым годом списочный состав сократился с 51 человека до 49. Ну, это еще... 49? А что ж так это много? А я обманывал людей все сколько? Я говорю, у меня 80 человек. Если еще минус Михаил Петрович, будет 48. Ох, а что ж так-то? Марина, огласи, когда ушел. Хорошо. У нас выбыло 4 человека. 2 сестры умерли, Кравченко и Фоменко. Один человек выбыл за пределы Алтайского края, Яковлев Никита Викторович. Один человек вышел из состава общины, Соклакова Ольга Викторовна. И... Ну, вот тоже Соклакова. Еще. Тоже здесь ты не понял. Соклакова Оля. Сколько была, была, и вдруг тоже нет. И нет, почему? Кто-то встретитесь, тоже скажите, чтобы как-то... Ну, объяснилось, какая причина ухода из этого. Что там? Ближе к храму, и трудно ходить, или... Ну, какое-то объяснение какое-то должно быть. Так не делается нигде. Бачка, но она звонила, она говорила. Кому звонила она? Мне лично звонила. Ну, тебе звонила она. Почему она тебе-то позвонила? Почему она что, со мной не имела никакого общения? Она с этих рук принимала тело и кровь Господня. Крещение принимала. Ну, как-то бы должно так не отрекается от отцов. Понимаешь, что дети были вдруг, отрекаешься только тогда, когда, помните, было в 30-х годах, отрекись, тогда ты будешь там подвигаться по комсомольской линии, там по коммунистии, отрекись от отца. Так не бывает. Нет, она ничего не писала, ничего просто нет. Сделала звонок, сказала, я буду она не напишет. Близлежащий храм. Ничего. Все на этом. Ну, мы ничего не против, пускай ближайший храм, ну, как-то объяснение какое-то, причина этого ухода, что? Что-то увидела она негативное здесь, что мешает ее спасению или что-то. Ну, это должно как-то быть. Чем-то. Передай обязательно, поговори, пусть это сделает. Ну, говорила она говорила всегда. Она говорила, что ко мне пристают здесь. Ну, говорила, нужно объяснить. Не надо сейчас об этом. Так, все, дальше давай. И одна сестра стала членом общины после поступления совершеннолетия. Поступление совершеннолетия, Дробот Янату Андреевна. Одна сестра была крещена, Гладищук Елена Александровна. Так, все, да? Следующий вопрос. Все. Так, второй. Отчет о проделанной работе старшей сестры сестричества, казначея и секретаря за отчетный период. Старшая сестра, давай. Кратко, доходливо, кратко. Четко. Остаток средств у нас на сегодня, с прошлого года, 11 227 рублей. И прошлый год мы не снимали кассу, а в этом году мы 13 октября сняли кассу в количестве 58 200 рублей. Ну, куда у нас расходовали средства? На праздник общины, на день открытого сайта был у нас встреча тут. На встречу с митрополитом Сергием. Тихо, а за что? Какой на встречу с митрополитом Сергием? Трапезу. Никогда этого не делайте, братья. Откуда это взяли? Вычеркните. Если вы были, вы обратитесь в батюшку. Батюшка, надо что-то купить. Никогда этого не упоминайте нигде даже. Вычеркните, что этого не было даже. И никогда этого на не делайте. На приобретение лекарств для болящих. Ну вот и все. Уберите это. В основном на посещение, конечно, больных. Смотри, что выдумали еще. Ну, я хотела еще обратиться ко прямо всем вам. У нас много сейчас, мы постарели, община у нас такая, много у нас сестер, которые с 30-го, с 31-го года, 32-й год, 34-й здесь, ну вот до 40-го в основном. Я хотела просто зачитать вам, вот какие сейчас у нас постарели сестрички наши, которых нужно посещать. Унагаева Мария Яковлевна, Ельникова Анна Кузьминична,
Кравченко Валентина Ивановна. Недавно инсульт она перенесла, но она у своих живет. Блинникова Раиса Николаевна, Надежда Васильевна Лапкина, Игнатий Тихонович, Кудрявцева Галина Николаевна, Брыткова Любовь Петровна, Гончарук, Щукина, Зверева, Якушева Тамара, тоже все время. Она первая самая всегда у нас приходит. В храм приходится, но все время ко мне подходит и показывает меня, пишет туда, что... Ну, поэтому, ну, а требуют вот эти наши сестры, требуют внимания. Ну, благодарим Володю Пащенко, он много тут делает по храму. И я хотела еще сказать, вот знаете, недавно прям звонок был, ну, звонят так, вот мужчина из Америки звонил, там, ну, спрашивают все время об Игнатии Тихоновиче. А недавно такой звонок вот был, буквально позавчера, наверное, который начал-то вроде бы нормально, ну и спрашивает, где Игнатий Тихонович, а как я его могу? Он на Ползунова 6, я думаю, ну, знакомый или кто, да. А вот как можно, знаете, я вас сейчас всех предупреждаю, как можно легко вот оказаться, я не знаю, предать что ли, или как это. Да. Вот что нельзя можно говорить ничего. Потому что дальше началось, я из уголовного розыска, я сейчас за ним поеду, я привезу. А потом уже говорит, я мусульманин, и такие угрозы, и мне вот было даже страшно. И я думаю, вот как-то мы храм-то оставляем, а мало ли вот так вот нападки такие. И за Игнатия Тихоновича усиленно молитесь, потому что ему бесконечно вот такие угрозы. Вот. Ну и Володе, конечно, очень большая благодарность, потому что он по храму полностью всю работу исполняет и помогает. Да не всю. Порядок же. Кто делал постоянно у нас уборка в храме делалась, благодарим сестричек. Ну, потрудились в лагере хорошо у нас. Спаси Христос. Благодарим братьев, чтецов, которые постоянно, когда не было батюшки нашего, они постоянно вели службу. У нас никогда не было никакого перерыва. И проповеди читали, и все. Это брат Себастьян и Виктор Андреевич. Спаси их, Христос. Ну, еще что тут? Благодарим, конечно, наших духовных отцов-наставников, которые молятся за нас. И постоянно у нас вот и службы какие хорошие. И оставляем или потом. Благодарю всех вас за ваши святые молитвы. Ими жива осталась и живу. Слава Христу, аллилуйя. Я предлагаю на следующий год также старшей сестрой оставить. Нет, Татьяна Кузьминична. Батюшка, я еще не договорила. Пожалуйста, меня замените, потому что и даже не поэтому, что я буду все равно помогать и все делать. Но Татьяна Кузьминична, так не делается. Заявление подается об увольнении за 12 дней. Это было так. Понимаете, это так не делается. Отработка. Да. Батюшка, пенсионеры в день обращения увольняются. Без нашего законодательства. Без отработки. Я хочу все-таки к Нине, я поеду к Нине и хочу к ней ездить. Потому что мы с ней решили по домам ходить. Так, это очень благое, Бог благословит вас, сделайте еще. Да, и чтобы там действительно священник был такой. Но это уже не от вас зависит, какой священник. Да. Надеемся, что будет. Все, Бог взращивающий. Нет, у нас молодые сейчас, у них и машины. Ладно, все, Татьяна Кузьминична. Какие предложения у вас? Вот вас хотя бы. Я секретарь. А секретарь не надо, две должности в одной нельзя давать. Должности. Вся власть будет тогда в одних руках. Нельзя распределить. Это первый секретарь. Ладно, все. Татьяна Кузьминична, мы потом обсудим. Мы это в течение года можем сделать. Подберем кандидатуру, которую уже сейчас не будем это долго. Об этом. Так, кто есть за, чтобы Татьяна Кузьминична пока была также старшей сестрой? Прошу выразить свое желание. Против нет никого? Все. Так, следующее. Отчет о проделанной работе церковно-приходского совета в отчетный период. Это Виктор Андреевич? Нет, ты Севастьян. Севастьян? Да вы стоите и давай, скажите. Давай. Рассказывай. Так, у нас церковно-приходской совет давай собирался только один раз, наверное, перед крещением. Ну, вот и все. И все. Больше не было, никакой нужды не было.
Поэтому что, он еще не свой как мини этот не выработал потенциал. Поэтому прежний, в прежнем составе оставить церковный совет. У нас кто в церковном совете были? Где? Четвертый. В церковном совете у нас были Бауэр, значит, Дыбунов, Кручина, Полегуев и Яковлев. Так, согласны сохранить прежний церковный совет? Прошу всех выразить свое. Аминь. Так, следующий у нас пункт. Отчет о проведении работы исполнительно-наблюдательный за отчетный период. Исполнительно-наблюдатели у нас я как старший и Николай Польгуев, потом Александра Михайловна у нас. Ну, это мы знаем. Отчитывайтесь. Да, ну, в общем, такой, отчет такой. Когда приходят новые люди, бывает, что приходят, вот и недавно, мы знакомим с уставом их людей, и чтобы за ними, ну, смотрим, чтобы им не было тут у нас неуютно. Ну так, а за своими мы наблюдаем из-под тишка, никто не видит, конечно. Ну, 10 сантиметров от пола и бороды, и пояски, держим это все на учете. Ну, пока не было никаких больших нареканий, то, ну так, чисто... Замечаний не было, чтобы там, вот как раньше в года, там прям целые собрания посвящали этому. За детьми смотрят, если вдруг дети нарушают, вот у нас маленькая девочка постоянно бегала тут, сейчас вот в этот раз она молодец, оправилась, то, ну, подходили, давали провожатого, и, ну, в общем, за ними тоже наблюдали. Шума старались тоже не создавать. Ну, и не только когда тут батюшка, ну и когда вас нету, мы точно так же наблюдаем, чтобы не было никаких недисциплинарных нарушений у нас. Вот так. Ну, значит, что, предложение мое, пока оставить всех в том же составе. Конечно. Почему? Потому что у нас и выбора, вот ошибка-то нет пока. Ну и работы-то не слишком много. Все да, уже так. Наблюдателям только от меня такое пожелание. Приходят новые люди, вы сразу их сильно не напрягайте тем уставом, который висит у нас. Потому что это устав-то у нас больше для кого? Для верующих, чтобы исполнять правила все и все. Этот человек первый раз пришел, он еще не знает заповеди Христовой. А вы его сразу начинаете во все эти правила вгонять, в эти оглобли. Он говорит, о, нет, это тяжело, нет, это я не буду, как это для меня тяжело показать. Так сильно не надо напрягать сразу то пришедшего. Вначале его показать ему Христа, чтобы он увидел хотя бы. А потом уже эти правила тогда. Можно так спросить по наблюдателям, замечание сделать большое. Ну. Батюшка, а вот 10 сантиметров у нас устав, это нужно, когда это сработает? Проверяйте четко, мерьте сантиметрами, чтобы вдруг он будет один меньше или один меньше сантиметров. Прийти сюда можно в короткой юбке, а вот здесь переодеться или нельзя? Можно. Ну, в короткой, чтобы была она прилично. Благочестивая. Прикрывала немножко хотя бы. Коленки. Немножко прикрывает. Это не ожидаем. Особенно у молодежи. Вы зря смеетесь. Чуть-чуть прикрывает. У некоторых. Да. Почему я говорю так? Потому что я сам. Нужно бы везде, а я нет. Допустим, я по базару идти там или где-то в поезде, вот часто грязно, я подрясник снимаю, еду без подрясника. Надо, говорит, батюшки, там подрясники. Там да. Едешь в вагоне, в туалет идти, не пойдешь, потом сейчас стали такие кабинки, там не повернешься даже. Я с подрясником буду там это, он у меня весь будет в этом, в дерьме. Поэтому я понимаете, еду так. Женщина, а кто, как, я, если батюшка, то узнают в вагоне. Вчера сажусь дома, только еще на первую ступеньку уступила, она еще сверху, значит, стоит в проходе. Это подойдет. А вы случайно не батюшка? Я говорю, не случайно. Так я что, отгадала? Я говорю, почему гадать не надо? Это, честно, ага. Потом, ну, а можно маленько поговорить? Зайдите ко мне. Посадила на свое место.
Там это давай. Ну, поговорил я с ней немножко, я говорю, я уже спать хочу, говорю, я давно говорю. Ну вот так вот. Поэтому. Так что здесь, Сергей, будьте немножко, как сказать, снисходительны и помудрее, в каждом деле. Нельзя так, чтобы. Ломанул там через колено, а там меня дальше не касается, как ты хочешь. Ну. Так, ну что, мы наблюдателя мы уже оставили, выбрали, да, или нет? Да, оставили. Да. Отчет о выборе ревизионной комиссии. Ух, еще есть. Ревизионная комиссия у нас, это что так? Восьмой. Нет. Да, вот, это у нас, значит, Загуляева Наталья, Петеримова Алевтина, Жолнирова Нина. Кто у нас здесь есть? Алевтина Пантелеевна. Алевтина. Докладывай. Вы всегда сами все говорите. Пожалуйста. Торговли в храме у нас нет, но в уставе положено, чтобы эта комиссия была избрана. То есть это по уставу тот, который регистрируется в юстиции у нас. Поэтому все должно здесь быть так, потому что делается отчет, когда все это представляется, кто там и что есть, и какие. Но у нас никаких нет движений, торговли нет. Вот, как была бы торговля, там отчеты, сколько брали, у кого покупали свечи, там, у кого там что-то это, и прочее. Сколько там иконок продали, сколько книг там и прочее, и прочее. Да. В некоторых храмах, я вот был, даже в церковной ограде продаются, киосок стоит и продают там молочную продукцию, сметану, молоко, творог, сыр там и прочее. А я спрашиваю батюшка твоего, а что это? Да, это, говорит, у нас, это настоятель храма, он говорит, у него фермерское хозяйство там в деревне где-то, говорит, и он это, ну, в ограде церковь, как заходишь сразу в ограде, там далеко от храма, ограда большая там, далеко, там это все продается. Но это уже как бы лично там, наверное, предпринимательская деятельность. Ну, такое есть. Так, ну и что? В том же составе. Да, в том же составе, оставить в том же составе, на один год здесь. Все вот. Найдем. Да. Да. Ревизоров всех оставляем? Оставляем. Оставляем. Все. Так, все. Кто еще? Да, нет, остался. Нет. Не да? Нет. А старосту в этом году не выбираем. Старосту не переизбираем? Мы в прошлом году его переизбирали. В прошлом году переизбирали. А сейчас когда будем переизбирать? На 2021 году. А, 21 году. Так, ну... Ладно. Ко мне какие вопросы есть? Давайте. Я еду сейчас не на требу, надо ехать. Про свадьбу расскажите. Про свадьбу расскажу. У нас были представители от общины Крестовоздвиженска. Несколько, они расскажут вам. Все. А зачем вам чемодан? Надо было ехать. Я приглашал тогда. Я в воскресенье был. Помните, я говорил, кто желает поехать? Понимаете? Желание никого никто не высказал. Для чего это спрашивали? Для того, чтобы... Если приглашаем гостей, то должны где расположить, где положить. У меня не было никого, никто. Поэтому у меня всю постель, мне только оставили один матрас. Остальную всю постель унесли по другим домам, где гости были. Понимаете? Теперь за трапезу, кто там за стол, сколько будет, насколько готовить. Для этого спрашивали. Никто не откликнулся, нет желающих, не было никого. Поэтому не надо бежать, что получилось не так. Еще какие вопросы? У меня есть вопрос. Давай. На чем у вас чемодан? Чемодан? А это чемодан, у меня там все, что нужно для требы, для причащения людей, для освещения дома, машины. Все здесь у меня. Вся принадлежность колесница. Священных предметов. И этот валик, да. Который... Что? Ну, штука, которыми брызгают людей. Кадила. Кадила, святая водичка. Да. Нет. Которые макают святую воду и брызгают. Крапила, крапила называется. Вот. Все здесь у меня, здесь все лежит. И крапила здесь все это лежит. Вот для чего этот чемоданчик. Крапите, ничего не забудьте. Да. Этот чемоданчик мне подарили в Америке. Да. Там устраивается какое-то время, там через 3 месяца или даже каждый месяц в соборе устраивается ярмарка. Такое. Приносят люди из дома свои вещи, кому-то ну, показались лишние, ненужные, там, люстра, там, вот, чемоданчик, там, одежду приносит, устанавливает цену, там, допустим, $1, там, $1.50. То есть, символически. И
И друг друга люди покупают. Купила ты там, у него купила вещь, он у тебя купил вещь. А деньги эти, сестры, это их касса сестричества. Они эти кассу потом употребляют кому-то помочь, там, для храма что-то сделать, или кому-то людям помочь. У них своя касса у сестричества. И вот. А потом тот, что остается, вещи, которые не раскупили, кто, это отвозят куда-то там, ну, там тоже есть такие места, где люди нуждаются. Не все в Америке, говорят, валяются в шоколаде и золотые унитазы имеют. Не все. Да. Есть такие, увозят туда эти вещи. А потом, я когда пришел на другой-то день, там уже, они, батюшка, выбирай, что вам угодно. Вот, все, выбирайте, значит. Бесплатно уже. Но я вот выбрал этот чемоданчик. И демисезонное пальтишко такое было. Ну, я его носил, долго носил уже. Оно было. Вот. И вот этот чемоданчик очень такой аккуратный. Вот это мне осталось оттуда. Поняла теперь все? Самый большой. Вот резы не забыл? Так, все. Нет, не забыл. Все. Хватит уже все. А у вас есть мощи святого? Мощи святого? Хороший вопрос задавал. Без мощей святого у нас не может совершаться литургия. Мощи святого, великомученика, вот, оно на престоле. Зашитый в плат. Такой плат, на котором изображение распятия Господа Иисуса Христа. И в этом там частичка зашита мощей. На этом совершается литургия, присуществление хлеба и вина в тело и кровь Господа. Обязательно. В каждом храме, ни одного храма нет, чтобы не было хотя бы одной частички мощи. Это всегда есть. Там, где совершается литургия. Без этого не может литургия совершаться. Вот. А других мощей, как там где-то, нету. Никаких больше нет у меня. То, что эти есть благословленные одни, без которых не может даже храм существовать. Все, больше нет. А в других храмах, я заходил в один храм, посчитал 120 мощей. Вот так вот, с рядами 120. Разные там читал. Даже вифлеемских младенцев, Марии Египетской, там какого только нет. А у нас в этом, в Барнауле-то есть храм, освященный в честь вифлеемских младенцев. И там мощи. Яна Богослова. Рядом храм такой. И там мощи вифлеемских младенцев сейчас везде. И откуда-то их взяли, и вот сейчас во многих храмах везде они есть. А у вас окопались? Одна на два храма, да, вот это? Нет, в каждом. В каждом, что-то в каждом. Храм же, сказал батюшка, храм не если... может существовать. А чьи у нас в храме мощи какого святого? Иоаннария. Мученик Иоаннарий. Да, что не выговорил. Иоаннарий по-католически. А Иоаннарий. Я потом найду какого числа, скажу и прочитайте «Житие святых» его, прочитайте «Житие святых». Это мощь от Демис я получил от епископа Берлинского Марка, когда в 90-м году был у него там. Поэтому их признают все и приезжают, когда местные епископы, и то посмотрят, да, и слушают. Когда приезжал к нам владыка Максим было, то очень, он приехали, они говорят, он привез свой антиминс отсюда. Но когда исследовал мой антимин, значит, со всех сторон посмотрел все, то свой положили на престоле, в уголке служили тот, который у нас есть. Поэтому так. А в деревне чей? То же самое. Один из всех. Так, ну все, поехали. Так, еще такое объявление. Кто заказывал мед? Мед я привез, значит, там подписано свежий, 1200. А который прошлогодний, там было три банки должно быть, наверное. 1000 стоит. Значит, берите потом деньги мне, потому что эти деньги я должен отдать пчеловоду. Это не я мед-то выращиваю, а пчеловод, которого мы доверяем. Хороший тут. Да. Он посылает мед, даже вот было, он говорит, я посылал в Москву, значит, и в Калининград. Меня просили в Москву там даже высылать. Я говорю, почему там? Ну, просто, говорит, нет уверенности, что там будет... Какой настоящий качество. Мед хороший. Алтайский мед один из лучших в России. Два меда. Башкирский, алтайский, самый лучший мед. Мед. Везде есть. Но алтайский это один из лучших медов. Вот так. Ладно, все, благословляю. Пока не разошлись, к вам слово. Я пройдусь потому, что было сказано. Вы помните, приезжал Булатов, это директор Библейского сибирского общества.
Алексей Владимирович. Он опять вот прислал. В конце просьба там помочь, они где-то что-то делают. Кому надо, возьмите. Передайте. Тут пишет, какие у них дела. Тем более Красноярск сгорел, там где-то они-то тоже помогают. Но последняя встреча была такая у нас. Он даже сказал, что по помощи им мы вышли на первое место у них. Мы меньше, чем шестизначные цифры, никогда не помогали. А в общем, тут одни старики да старухи. Это Господь так делает. И договорились, что так как они переводят Библию на алтайский язык, ой, рот их, кажется, зовут, то в следующий раз он говорил, выполним просьбу, приеду с переводчиками. Но они не помянули, не приехали. Отношения сразу изменились. Я не люблю так это дело иметь, когда человек не держит слова. Хорошие отношения, все, ну договорились. Он приезжал с американцами, они приехали посмотреть. И помните, сильно понравились наши женщины, какие они красивые. Я говорю, это платки красивые. Они такие же самые. Так, второе. Говорили об Ольге Соклаковой-то. Ну, батюшка-то он не все знает. У нее мама была больная. Она никого не допустила до нее. Ни под каким видом, ни старшую сестру, никого. Перед смертью она исповедует. Когда она просила чего-то, не хватало ей там картошки, там помидоров, мы стояли, старались ее выслать, она это имела. Но она была и ушла. Ушла до этого была. Я не принимал. У нее два ходатая, Дубунова. Они походатайствовали за нее, дескать, она осознала, что она ушла. Вы скажите, какой год это был? А ну, там, давно. 99-й, надо говорить. Да. И, а после этого вот она опять повторная, то же самое. Кто приходила там, Витя Плеханов посватался. Я говорю, ты маленько, ты гляди, кто перед тобой-то. Ну и предложение два сказал, и там не знаю, какая причина, но ничего не было. К себе близко не подпускала никого, ни домой, ничего. Маму похоронила и точно так же пропускает, точно так же опаздывает. Я ей сказал заранее, мамы не будет, ты не изменяешься, это к тебе. За мамой поухаживали люди, были бы, никого не допустила. Тут все темно. Ну, ушла и... Как ушла-то? У нас уходил, когда Муравлев Игорь. Лариса, она не нуждалась. Он за Ларису принес благодарность, за себя, когда у Татьяны Бруяка собирались, поблагодарил и ушел. Ну и ушел-то что? Конкретно дальше посмотри, вырастили дети. Он начал бизнесом заниматься, каким-то машины. Здесь трудновато. Поехал он, кажется, во Владивосток. Разбогател. Электроникой занимался. А? Электроникой занимался, продавал электронику. Ну, может быть так. Дело в том, что оба ребенка у него, он говорит, учились вроде в Америке. Неверующие. Раз. Так, щелкнул один раз. Второй, перфокарт оторвется полностью. С Ларисой разошлись. Он едет, что ближе к деньгам, кажется, в Таиланд. Я не знаю, кто. Это вот, Алевтина, ты больше, может, скажешь? Что у него там? Нет, ну, короче, это говоря так, что он вернулся, и будто бы у него очень и очень неладно было, и он вернулся в Россию. Вернулся, то есть он не вернется даже на то состояние, в котором был. Когда я ему стал говорить, когда он здесь вот в Вавилон работал, там в магазине в этом, ну, там борода, все это у него полетело. И он сразу, ой, Игнатий, ну вы законник. А мне пару слов достаточно, чтобы сделать вывод. Я говорю, только от слов не отказывайся. Повторим еще раз. Ну, законник. Я говорю, Павел передает законнику Зине. Привет. Но два варианта. Если ты говоришь законник, ты желаешь меня показать в худшем свете. А напротив законника только беззаконник. Ну, это так. Или трезвый, пьяница. Значит, верный муж и прелюбодей. Тут все в мире надвое. Тьма, свет, вода, огонь. Я говорю, давай договоримся так. Ты всегда меня тебе приветствую на людях, Игнатий Законник. Я всегда буду приветствовать тебя, говорить тебе. Игорь, беззаконник, поговорим. Он сразу попятился. То есть натолкнулся на рожно. То есть надо знать в свое время, где и какой, Игорь, поставить заслон. Больше он никогда к законнику не возвращался. Так, сегодня у нас 4 часа дня. Этим занялся, нынче принимал крещение из Казани, Вячеслав Семенов. У кого есть возможность, зайдите в чат-рулетку. Он перед этим, где занятие Сергей ведет, все сойдутся, я дам им инструкцию. Он сам назначил меня, чтобы
я им дал инструкцию. После этого за один час все расходимся по чат-рулетке, и через час опять встречаемся, а то уже 5 с лишним будет, а в 6 у нас занятия. Так, кто может зайти в чат-рулетку в 4? Вот видите, в этом вопросе мусульмане, я не знаю, в сотни раз активнее нас. 85% примерно в чат-рулетке, ну, я не знаю, там, может быть, 86 мусульмане. Вот, Людмила Степановна. Вот так. Ну, значит, войдете. Я объявил, попросили. Дальше, еще, что вчера вечером говорили, надо повторить будет сегодня, пока здесь, и чтобы все зашли, и, ну, этот вопрос решите, я имею что сказать. И вечерами здесь собрание не устраивать, я очень прошу. Людей некоторых нету, и стемняется, и, то есть, вечером у нас нет собрания, днем. Собрание, тут сегодня бы высказали, вчера до того, кажется, расторопились или терпешь уже, давай говорить. Половина нету собрания, членов общины. И главное, о чем рассуждаете, главное в этом деле, мы трое, Виктора Андреевича нету, меня нету, но батюшка был, он сейчас это не принимает. Так, это все неправильно было сделано, сегодня переговорить и кое-что разнести по полкам. У нас есть люди, кто готовится к крещению. Поднимите руку. Кто готовится к крещению? Нынче. Выше руку поднимите. Так, повыше, чтобы видно было. Так. Евгений, готовишься? Ну да. Ну так подними руку. Не, так. Знаю, теперь у нас порядок такой, два поручителя даются. Ты молчишь. Вы уже ходите не один раз сюда. Замечаний никаких нету. Изберите каждый мужчина, мужчин, двух братьев. Значит, они к вам сходят домой. На работу и с вами будут заниматься, подготавливать вас. Ну и у нас письменно православие, там приблизительные вопросы к оглашенным. Если вы не знаете никого, я могу поставить над мужчину. Те, кто ходит на занятия, это в первую очередь. Так, я попрошу. Или я вам дам слово и сяду. Значит, если никого еще не знаете, смотрите, кто, кто активен, кто заботится о спасении других. Вот я уезжаю из Потеряевки, в это время звонок. То-то, то-то передайте. Но что, мы выезжаем, что он может передать человек? Я загадки задаю. Я говорю, человек этот позвонил и говорит, ваши дети в городе, а здесь не от одного человека, родители, позаботьтесь о них, чтобы они ходили на занятия, только в храм. На занятия не ходят, они от храма отстанут завтра. Это абсолютно точно. Я задал вопрос, пришел когда сюда, кто это может так звонить, заботиться о детях чужих? Все сразу одновременно показали. Игорь Владимирович Дыбунов. Вот вам и все. Значит, если думаете поручителя иметь, советую всем. Он, его назовут правдоруб. Вы знаете, что это такое за слово? То есть, не гоня на должности, и, конечно, спокойно надо сказать, кое-что подработает он, но он Писание знает и ответит на ваши вопросы. И второй берет занятие у нас вот Сергей Павлович Попков. Вы можете любого избирать. Но мой совет, кто активен, кто всеми присутствует, его легко найти и ответить. И когда будет у нас там собрание перед крещением, они всегда там будут. Вот в чем дело-то. Для сестер, если вы не знаете, кто, приглядитесь, кто все время сюда заходит. В первую очередь Галина Александровна Загуляева, которая всегда здесь. Татьяна Кузьминична Капустина. Алфимовна Людмила Степановна. Те, которые активны. А вы изберите, какой вам ближе человек. Сегодня же подойдите и скажите. И напишите заявление. Заявление там в книге написано какое. И поручители будут указаны. Их слушаться. Это ваши будут как бы духовные помощники. Вам понятно, что говорю? У нас всегда было так. Дальше. Кто знает Ваню Шитикову? Вот видите как. Она очень больная. До этого она болела туберкулезом. Выздоровела, здесь лежала. Оставила след хороший. Очень активная сестра. И поехала ближе быть к отцу Геннадию. Паст. Ну раз поехала к нему ближе, значит, ну смотри как, какой порядок у них так. Сразу не заладилось. В это время там этот Авель Семенов ездит, где-то, видимо, столкнулись. Я точно не знаю. Но факт тот, что паспорт не нужен. Вот об этом недавно Андрей Ткачев говорил, Иларион Алфеев, митрополит, патриарх говорил. Ну все это, именно это спасает. И паспорта нету.
паспорта нету, пенсии нету. А все дальше, а дальше в квартире живешь не прописан. Что у нее там было, кто-то ее принял. Эти люди знают меня по интернету и с ней помогли связаться, я с ней поговорил и запись сделал. И ролик стоит. Она передает всем поклон. Ее не узнаешь. Не узнаешь вообще. Больной, во-первых, да и возраст. Но когда мы были там, в Енисейске, мы были у ней на квартире, все по-хорошему, объятия, поцелуи, воспоминания и прочее. О ней здесь написано. Она большое письмо написала настоятелю здесь. Это письмо может написать только возрожденный, рожденный свыше человек, в котором огонь Божий. Здесь она сказала ему. Поручители дали, показали. Вот у нас членства по-другому никогда не было. И были разные моменты. Вот ушел кто-то и попрощался. И которые ушли, мы так маленько слышим. То, что они у нас сделали, чем недовольны, там их сразу обрезали. Отсюда ушли к старообрядцам. Если он человек так себя ведет, ему только к старообрядцам. Никого не признают. А там сразу посадили, говорят, дурака на 4 кулака. Во двор и разговор окончен. Разговаривать не будут. Что-то заметили за епископом, епископа отпинали кулаками. Под маленьких кусить. Ну садись. Это, я знаю людей этих всех. Значит, смотрите, у нас уходили, одна уходит. Николай, знаешь, это... Не мешайся там сядь. Под двор Петлона Людмила была такая, знакомая у вас. Приходила, не стала ее. Людмила. Что-то такое. Я говорю, что тебе мешает? У вас посты надо соблюдать. Я не, нет. А я узнал патриархию, а там, говорят, вообще не соблюдают. То есть причина какая? Я останавливаюсь. Батюшка сказал, когда приходит человек, не наседайте на него. Не запрягайте во глобли. А во глобли больше всего запрягают у нас. Вот. Каюсь, каюсь. Да, не каюсь. Как раз мы должны одобрить и благословить. А какое, я спрашиваю, именно, что относится к оглоблям? Мне скажите. Вот он приходит, юбка какая? Такая, как когда играет Шарапова там теннис настольный-то, чтобы резинка у трусов была видна. Обязательно, чтобы это было. Это такой надо нам. А когда он будет? В таком виде в ограду не запустим. И он не нужен, человек этот. Если курит, ну не, пускай он у вас пока, а потом уж видно будет. Тоже сразу оставить. Борода, если у него нету, мы сразу ставим вопрос. Ты пока ходишь, но бороде больше не прикасайся. Вот в интернете заходит, я не знаю, она просится. Просится, и хорошая у нее причина. Женщина заходит, растрепанная. Я говорю, платок надеть. А почему? Вы ко мне постучались? Наденьте платок, потому что мы будем говорить, и вам нужно будет молиться. Мигом пошла, сделала. Отказа в этом совершенно кому не нужен. Он курит, папирос по положению кури. Нет, я сразу выключаю, все, зачем его глобли запрягать? Пускай он дальше парится. Поэтому эти слова надо разъяснить. Все, что написано в уставе, этим занимается Игорь Владимирович и делает правильно, да благословит Господь и дальше. Запрягай и крепко зашнуровывай. Потому что на подходе, ну в армии будут, никто не спрашивает, какой национальности, что ты, сразу же в наше время было застегнуто, иначе тебе там что будет? Вовремя вставать, учат как портенки надеть на сапоги. Все с первого дня. Да сейчас то же самое. Не, я не знаю. Я ну, давно не касался так, этого. Так, только да. За место портянок. Запрягают сразу. В монахи, когда идут, ну, еще нет, нет. Период такой. Сразу. Нигде этого нету. Если он поступает в отряд космонавтов где-то, тоже особое правило, которое в военном деле даже не употребляется. Именно вот эти будут. И у нас точно так же. Мы ведем не в космос, а на небо. Помогаем. Так что никаких разговоров нет. Она придет, ну ладно, она пока будет в фуражке ходить же, как она ходила тут. Нет, сразу 2 платка и как положено. Я не понял даже, на что батюшка намекнул. Мы никуда не запрягаем. Мы не посты, значит, пусть пока ходит оглашенный, посты не соблюдает. А больше у нас ничего и нету. О чем говорили? Если посты не соблюдает, ну я маленько курю, выпиваю, там прошу. Все отрезает за борт. Даже не поминайте. Никак по-другому нельзя. Нельзя расхлябанному коню быть. Если он не запряжен, не знуздан, ничего дальше не будет. Он тебя разобьет в дребезги. Игнатий Ильич, это он намекнул о семье, которая ушла. Да я тут вообще ни при чем. Никакой ты. Я все расследовал до конца, и они там были, и ты поступил правильно. Они не расположены были, а муж, по всей вероятности,
Ну, жена главная в семье. А если там жена главная, ну, похоже, везде, где они были, разговаривали так, оставили хорошее впечатление, он помогал там, приезжал там, это, пир сделали, ну, как вот сходить. Так, ну, мы не подходим им. У меня были такие, вы знаете, Малютина была, и мать ее, Матвеевна. Я бы согласна быть членом вашей общины, я охота бы, но только чтобы надо мной никто не нависал. Я приду тогда, когда мне нужно. То есть она на работу построила, устроилась, навела же кабинет. Но только чтобы приходить, когда она вздумает. Община – это система, это семья большая. И тебя нету, заметьте, в церкви сейчас Покровский собор, разметьте, Никольский, кого нету? А кто знает, кого нету? Членства есть? Нету. Это вообще нету. И нету, и нету. Мы каждого человека разбираем, почему его нету, почему он ушел, в чем мы виноваты. Там Ольга, там эти были две тут похожие там на себя, друг на друга. Уехала куда-то, кто-то переехал, но это другое дело. Там замуж вышла, уехала. И, ну, что-то с этим связано. А уже отрекся, ушел. Ну, значит, мы должны знать, нужна ли ему дальше будет помощь. Поручители за это отвечают. Вы видели тут, заходили, видели, какие шланги лежат у нас тут? Ну, трубы какие во дворе. Это горизонтальное, я первый раз увидел горизонтальное бурение. Какая техника, это вообще. И они там экскаватором роют, а здесь вот поставили эту систему, и тоже вырыли, и он туда опускает, с головок крутится. И, а у него тут вот так в два этажа лежат там на этой трубы. И они сами, как нужно, соскакивают, сама труба приворачивается в следующую трубу. И она идет туда, тянет, прорезать. Я говорю, а если булыжник большой, может прорезать. Ну, вообще-то, если совершенно не двигает, от деревьев для нее ничего нету. Там особо прочная какая-то головка, много зубцов. И она идет. А сверху идет с каким-то чемоданчиком вот так вот. И чем-то посыпет, видимо, для большей инфляции. Так, видимо, дает сигнал маленечко правее взять. Потому что там может отклонения быть какие. Вышло точно, а я все снимал. Ни один не сказал, что не снимайте. Нет. Ну, кое-что я не расслышал. Когда подошел, они разговаривают. Ну, разговаривают своим гостасленком, своим жаргоном. И там раза три заматерились. Мне сразу сказали. Я дал сигнал в администрацию. Они мигом, значит, заблокировали. Переписали или там сигналы пустили. Все, сегодня ночью уже все выправлено. Я опять четвертый номер выставил. Красота. Так они меня только не прогнали. Они посмотрели, как я одет, еще на них. И один вытаскивает бушлат военный, новый, ненадеванный. И мне, я говорю, да еще, прям по размеру. И снизу-то это шуба видно где-то. Я говорю, а чего вы решили? А мы где-то там проводили газ кому-то. И бабушка одна, муж умер. И у нее, говорит, много, он-то служил, видимо, где-то военных этих. И она, говорит, нам столько надавала, мы не знаем, куда девать. А у меня в этот день как раз Алеша приезжает в Барнаул. Я ему отдал их там три брата и племянник. Вот вы решите, кому он по размеру, я сразу тут же отправил. Костинова. Видите как? А если бы сидел, не вышел. Ну, не вышел. А вот что скажут, ты не знаешь, не надо говорить, что скажут. Ты молишься, и будет все не так, как ты думаешь. Это Бог так делает. Так, по книгам хочу сказать. Скоро, наверное, последним, самым большим спросом пользуется «Кристиан православие» трехтомник. Все подходит к концу. В последнее время запросы из Америки идут, один за одним. Полным комплектом. Ну и вот, кто тут знает, где. Если я участвую в деньгах, значит, 24 тысячи это стоит все вместе. И по милости Божией. А для кто за границей, тем я пересчитываю по дню издания на их валюту. И поэтому, если у меня появляется что-то маленькое, сразу там многодетные где-то прям на почте сразу забирают или в почте принесут. Так что книги работают. Много вопросов, которые в книгах я отвечаю, на 4124 вопроса. Ну, кто их знает? И вдруг сейчас вот этот Семенов-то пришел, Вячеслав, он очень активен. И на него сразу бросились, он в Казани, работает в аэропорту, что с бородой. Наконец согласились, чтобы подровнял. Он говорит, не волосинки. Значит, тогда увольняйся. У него сразу адвокаты там со всех сторон. И отступили назад, и пока никак. Он продолжает работать. Он говорит, у меня борода, тут мусульман много, они меня за своего признают, мне легко с ними ладить, ни одного замечания нету. Он учится где-то в институте, зовет, только что переехал и очень активен. И он сразу начал так, вас как полкают, а там
55 папок. Первое, бесы, колдовство. Он берет эту папку, там, которую вопросы мне задавали. А Сергей Павлович, последняя церковь, и он этим занялся. Сейчас с двух сторон, каждый вопрос отдельный файл. Нам нужно еще двух найти, кажется, еще один нашел. Один нашелся на стихи отдельные считать, готовится, аппаратуру покупает. Я просил об этом Господа, я знаю, после смерти моей будет это, когда сгруппируют. Не сделали. Пришлось мне заново все 33 тома промолотить и разбить на 55 папок. А вот сейчас они начали оживать в буквальном смысле. Так помолитесь, Вячеслав звать. И появляются помощники. И очень хорошо готовят. Какие, допустим, если это церковь, то именно церковь изображена. И... А оставить они не могут. Мне выслали эту картинку. И на каждый ролик я ставлю. Если дальше будет царь, сейчас царь уже вначале, Сергей Павлович, там царь Николай стоит, воинство перед ним, и на каждый ролик вопрос, именно это будет легко искать. Вопрос-ответы. Ну, для меня это недосягаемо, до чего хорошо. Ну, а концовку, последний рисунок на этот прикрепить, это только я могу делать, потому что, ну, как хозяин этого ресурса. Вы помните, в прошлом году крестились с Ливана, были с Германии. И сколько людей своих было, все это через интернет, все 100%. Батюшка здесь, нет? Нет. Если нет, у нас, чтобы он зашел. Мне за глаза говорит, ну он открыто. Он сегодня махнул, там вес не снимал. Его что-то задевает. А почему? Я еще не трогаю тему, что была свадьба, и они не хотели, чтобы я там был. Я не поехал, Сергей поехал. Сестра Елена повезла с дочкой Дарьей. Сергей. Какой Володя. Сергей? Володя. А? Володя. Володя, вы говорили. А, Володя. Да. Володя. И застряли. За дороги только сошли и сели. И мы сразу позвонили, все. Я понял, 16 глава, Деяния апостолов. Дух не допустил. Курс изменить. Только вытащили их, Игорь подъехал. И все. А свои приехали, старообрядцы. Невеста-то и старообрядцев-то. На сыне старости. За него выходит замуж. Оттуда свои приехали, сами снимали, от нас никого. Насколько достоверно, не знаю, будто бы даже Татьяна была, вот Алексеевна дочь там, снимать, и то сказали не снимать. Я такой, ах, вот это что ж такое? Понимаете, это не то, что в ворота никакие, а даже в сознание не входит. В первую очередь, жених пришел через родителей, которые обратились на мои занятия. Дочь, на ком он женится, ну ее бабка, моя сестра, они через меня Слово Божие узнали, сына воспитали. Они... Самой жизнью мне обязана. И чтобы там не быть. Это, ничего путного из этого не будет. Вы заранее знаете. Будет это с первого дня, значит, как жене надо. Я вам еще раз спросил. А это уже ничего хорошего не судит. И у нас ничего. Это уже в интернете появляются фотографии. Видимо, кто-то выставляет. И они в лесу там стоят, где ну, хорошая вот фотография. И чтобы на свадьбе не разрешали, это вообще нету нигде. Нет, это торжественный день, это сохранить на память для потомков. Здесь нет, старообрядчица все сжимает до предела. В коллапс, пока не взорвет, где-то не оторвет. Ты была там? В деревне ты была? Кто снимал? Один вопрос. Нанимали фотографа, ну, чтобы были профессиональные фотографии. Вам нужно профессиональные, а мы как можем. Храм я участвовал в строительстве, священник, брат, который через меня пришел. Ну, то есть, ни с какой стороны нельзя, чтобы я не снимал. Я не поехал, мой поручитель поехал. Уперлись, нет. И сказали, как бы чего не было. Я сказал, что из этого может быть? Только своровать невесту и уехать. Расстроить, выехать назад. Но знаете, что мы хотели, и дух в виде это не допустил. Их профессионально, он опускает, как шахматов делать профессионально. А мы как можем, наш свой... Когда говорит кто-то там Путин или где, вы видели, сколько микрофонов стоит у него, записывает? Лес. И никто не имеет права в другое вмешиваться. Он автор. Здесь нет ничего. Это первый раз я такое встречаю. Но надо и к этому готовиться. А мы здесь занимались, все, у нас ничего не потеряно. Как можно запрещать? Вот наш брат, Яков Виктор Андреевич, с батюшкой ездил в Америку, когда это все... Какое всемирное, какое совещание у них было, о признании акта канонического общения с патриархией. И не давали записывать. Третий всезарубежный собор. Не давали записывать. Вот он живой, можете спросить. На магнитофон не давали записывать.
А на весь мир издет. Почему? Я сказал, там тайна. То есть им не признание акта нужно, покорить, раздавить. Они вовремя хлопнули, и 13 осколков пошли, теперь отдельно друг от друга. Это не от Бога. Нет. Почему мы ничего не скрываем? У нас люди, которые приходят по интернету, их привлекло то, так вот закрывать всегда подобрать, привлекло то, что у нас ничего не скрывается. Меня привлекло к Библии, в первую очередь, то, что я увидел, что ничего не скрывается. Давид был царь, то тут Нафана бы смел, и в Голиафе исчез, он согрешил. Я 2 смертных греха отнял при живом муже жену, хотя своих 10, может быть. И самого мужа убил. А если бы 50-й псалом, а ведь их 150 псалом-то. И если бы закон включился в то время, не было бы дальше, на этом все закончено. Да и вообще бы не было известно. Дальше Авраам, когда зашел, и люди долго сохраняли молодости. И с Сарой он там играл. Шел, играл, бегал, там хлопал куда ни, неизвестно. Но фараон увидел, красавица. А там теперь взяли. И что дальше будет? А в конце заканчивает. Ты пошла туда, скажи, что ты сестра моя, и мне хорошо будет. На первый взгляд казалось бы, вот это да, женой торгуют. Зато у Узгата были очень злые люди. Ничего бы он не помог. Он только стал молиться. И он не прикоснулся к ней рукой. И только сказал, зачем же ты сказал? Ведь Господь поразил-то все царство мое. Они чихать и перестают. Язвы какие-то пошли. Подагра какая-то развелась. Но она мне сестра двоюродная, действительно так, у нас что говорит. Оправдался. И Златоуст говорит, и это правильно, и я должен согласиться. Я немножко просто это говорю. Поэтому где вот это не дают что-то, это не просто так. У нас в стране, еще раз повторяю, только 5 мест, где нельзя фотографировать, съемку делать. Еще раз запомнить прошу. Первое. Закрытое собрание, или как называется, съезд Думы Верховной. Закрытое, заранее публика, закрытое партийное собрание. Второе. Таможенное пространство. С одного государства в другое, когда переезжаешь, таможня и пространство, которое ограничено. Там, ну, оно, допустим, 50 метров или сколько. Нельзя. Военные корабли. Но это все объяснимо. И дальше 2 министерства. Министерство электрификации и газификации. Все. А в суде я прошу разрешения, вот с братом Себастьяном были, я не слышу. Он подошел в суде и говорит, вот я хочу записать, и все. Он сразу, так я сейчас прокурору. Прокурор не против? Он говорит, нет. Я вытаскиваю сразу вот этот аппарат, достаю из кармана его. Я бы мог звук записать. Включил его, в карман положил. И теперь я сидел, но я не ходил. Зачем? Я так все записал. Спрашивать только, потому что бывает с малолетками связанные. В остальных местах, ну не считай, что я там в форточку тебе заткнул где-то. Где я иду? Где не военный объект? Вот и все. И поэтому не имеет ни тысячной доли процента на их стороне правды, что они вот это вот так сделали. А в интернете сразу пошли отзывы. Вам ничего не сделать, потому что батюшка на их стороне. И это сегодня он показал. А я с ним даже на эту тему ни слова не говорил. Тут я снимаю детей, тут он никак это. А в храме он хозяин. И на зашли, я еще снимаю. Он вышел, кто видел, как он махнул рукой. Все, я закрыл и положил сюда. Я думаю, еще он здесь будет. Здесь уже мы даже разговаривать не будем. Здесь он не хозяин. Здесь я хозяин, староста. И поэтому надо помолиться о том, чтобы у нас не было разночтений с ним. А почему? У него опыт нулевой в интернете. У меня 17 300 роликов, у него ни одного. Мы материалы есть, и Твиттер, Инстаграм, там, и Фейсбук, и Контакты, и Одноклассники. Ну все, что только есть, везде работает наша администрация. И у него нет нигде. И вот он приехал, ничего, ни одной фотографии нет. Где проезжал, там сфотографировал его, Семенов-то. И там был около одного священника, кажется, Игорь Капранов или как. И там есть Михалев, Петр. Вот эти 2 фотографии. Все. Где был, с кем беседовал, что, почему? Он не нуждается этим. Не нуждается. А почему? Это с детства такое. Ни на одно благовестие с нами батюшка не ездил. Я не обвиняю, я просто говорю, чтобы людям понятно было, почему. Только вокруг Потеряевки мы посетили, раздали 30 тысяч Евангелий. Он ни одного там не подал. Он с нами не был. Но всегда благословлял. Нам хочется, чтобы был. Мы проехали, повторяю, от Владивостока, Лиссабона и везде. Он нигде не ездил.
уезжает, где был, ничего неизвестно. С кем беседовал? Ну, в общем так, я не, лучше ничего не нашел, как у нас. За этим ехать надо было. Ну и так понятно. Каждый год одной уезжает, еще проверить, есть ли где лучше. Я говорю то, что есть. Чтобы помолились и было как должно. Я обойдусь без этих снимков. Но мы показываем, что результат в прошлом году, повторяю, все до единого, позапрошлый год все до единого пришли через интернет с моих каналов. Мне не надо ничего говорить. Господь, вот, смотрите, Яков, открой, 2.18. Покажи веру твою без дел твоих, а я покажу из дел моих. Я говорю только про интернет. Только про интернет. Потому что я говорю громко. Не то, что там я там сержусь или как-то, я плохо слышу. Ну, говорю, надо очень быть внимательным, голос твой слышен или нет. Возвысь голос твой, неоднократно в Библии говорится. На вершине горы, дальше иди. По всему миру идите, сидеть на месте, нигде в Библии не сказано. А сидели на месте, вы знаете, какую цену заплатили за это? Запомните. Где проповедовали, те племена обратились. Армяне услышали, в 4 веке приняли. Грузия в 4, Нина, просветительница. Куда они дошли, они, вот этот сейчас Татарстан, это пришли первые, через 6 столетий после Христа. Их руководитель в 632 умер только. Это обошлось нам в то, что 2 миллиарда сегодняшних мусульман, они могли быть православными. Они могли быть православными. Вот это Бог спросит. Почему они засеяны было? А в это время через 600 лет приходит человек, который стал говорить. А я им всем задаю вопрос, потому что я много там беседую с мусульманами. Скажите, вы верите, что Иса это Иисус? Ну да, Иисус. Какой Иисус? Ну, которого вы признаете? Нет. Вы называете Бога и Аллаха, и наш, это разные совсем божества. Да Бог один. Один, но название вот такое, которое Бог дал. Я ваши записи не трогаю, хотя вот эта книга у меня специально, я разбираю весь суры и аяты. Все здесь, сравнение с Библией. Так вот, если вы говорите Сулейман и Соломон, одно и то же, почему ни одного предложения от Соломона в 4 книг он не взял? Я могу задать вопрос, если знаком был? Если знает Иса, прочее, 4 Евангелия, почему ни одной буквы не взяли из Евангелия? Как мог он знать и не взять? Вы говорите, ну и начинает Ибрагим, Авраам, это Авраам. Они говорят, да, Авраам, там все называют. Но почему ни одного слова не взяли отсюда? Я подсчитал, и этих ошибок у вас 5682, кажется. Они могли быть не ошибками, а достоверными сведениями, взятыми из Святой Библии. Откуда он их мог взять? Любопытный, интересный человек, кто писал этот. Он встречался и на слух, на слух. А на слух больше ты не возьмешь. Тебе нужна книга. А цитировать Библию в то время никто и не мог, потому что Библии на руках не было. Но имя знали это. Я говорю, скажи, ну мы заботимся о нравственности одинаково. Давайте запишем. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, что сделал? Прелюбодействовал, запомните. Посмотрел. Теперь, если одна жена и умерла, ну бывает так. У нас было такое, я считал, раньше мотоцикл ижевский был, сиденье заднее выше вот так. Кто натянул проволоку, неизвестно. Он только посадил прокатать невесту-то, и голова как раз. Он дальше везет невесту уже без головы. Он имеет право жениться. Но по церковным правилам, только вот сегодня повенчались, и священник не имеет права ходить к ним домой уже. На бракосочетание, на это, на обед. И обоих, жениха и невесту, отлучают на 2 года в этот же день. Так больше не надо ничего, я говорю правила, не обсуждаю их. Но бывает так, что сразу она заболела, в родах умерла. Церковь разрешает еще раз жениться. При мертвой жене, если при живом муже выйдет замуж, называется при живом, а не потому, что он запил. Обоих сразу отучают на 5 лет. А 4-го брака не быть, это разврат. Это разврат, гнусность написана. А у вас 4 официально разрешенные. Так иначе люди будут блудить. Вот он, великий инквизитор, и пришел. Разрешим грех и спасем всех, братья Карамазовы. А мы усыновили, я говорю, знаете, сейчас в Думе или где проголосовали, до 20 тысяч человека не сажать. За воровство не считается ошибка. Так, к примеру, говорю. Но воровство осталось воровством. И если крадет хлеб, пожажде, и то не останется без наказания. Так можно любой грех оправдывать. Вот основание Слова Божие. Великое или малое,
отступление от Библии влечет дальше. Теперь, вы говорите все, вы уважаете Библию, свято. Ну тогда слушайте, что написано. Деяние 4.12. Нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Нет! Ну а как наш последний пророк? Вы сами разбирайтесь. Я вам читаю Библию, которую вы уважаете. Уважаете? Нет другого имени. А ты кого теперь желаешь там поставить? Нет другого имени. Если ты не знаешь это, читай. 3.36 Евангелия от Иоанна. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий на нем пребывает. На нем. Это у меня написано. Я вашу ни книгу не делаю, ни учителя, ни никого. Для меня это там. Зачем я буду? У буддистов другое, третье там, японцев. И дальше. Галатам 1.8.9. Если бы мы, апостолы, или ангел с неба, будет не то благовествовать, не то, что в Библии написано, да будет анафема. Кто бы он ни был, ему анафема, проклятие. Херем. Да как? Я ничего не говорю, я Библию проповедую. Я не касаюсь вас. У вас все написано, что не так. И написано, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Третья глава, первое послание. Дух Антихриста. А вы как говорите, что Христос не умирал? Ну его так просто взял кто-то, а потом придет опять. Он не умирал. Это второе лицо Троицы. Он Бог и человек. Конечно, я ничего не добавляю, но человек-то понимает, а как же я говорил, Библию уважаю. Да у вас там все испорчено. Так и говори. Не говори, что уважаешь. Ты не можешь ее уважать. Пришедшего, то есть он во плоти пришел. Бог во плоти воплотился от Девы Марии. Не родился, не зачался. Родился как человек, он Бога человек. А что это? Ну, разные мысли, то другое. Не надо вам рассуждать мысли. Единая, неслиянная, нераздельная Троица. Мы должны так сказать, как нам символ веры говорит. Все на этом. Один еще больше заинтересуется. Зашел по интернету, по скайпу мне, а другой хлопнул дверью и вышел. Вот и все. Сегодня будете беседовать. Повторяю, там 85%, как я посчитал. Ну, я имею опыт. Вот приехал сегодня, месяц, как мы приехали, и у меня уже в чат рулетки составлено больше 100 роликов. Это в среднем по 3 каждый день. И каждый, чтобы бывает с чем-то другим, не меньше 500 мегабайт. Я поставил правило. Не то, что я говорил 2 минуты. Ну, бывает 3-4 вместо, даже 6 бывает, небольшие разговоры. А потом получается ролик. А бывает один, даже за это захлестнет, и больше гигабайта. Вот недавно один был, пришел, и Али-Баба или Али, как-то такое. Мы поговорили, а у него ничего нет, он не слышит никак. Да, значит, мне нужна, как всегда, помощь, и я ощущаю просто. Это нельзя сделать, то, что Господь делает. Когда бы ни молились, сразу перед Богом. Вы соучастники, и вас ждет такая же награда. Вот у меня все. Спаси Христос, у кого еще слово есть? А сегодня это вот зайти надо, сейчас рулетку ставить. Да. На меня, через занятия зайдете? Что надо делать? В скайпе. Сергей Павлович, сейчас просишь. А, ну хорошо. Да, да. И инструкцию получите, а потом через час подобьем итог. Потом, это тут скажу. Хорошо, понял? Да. Хорошо. Дальше вот он знает. Значит, вчера тут Игнат Тихонович рассказал, что было собрание там и так далее. Не было никакого собрания. Так, ты кого нет еще? Не было. Не было никакого собрания, все стихийно произошло, потому что нужен был Севастьян. Дело все в том, что именно вчера сестра Надежда у нас ездила в школу к Нестору и Фросе. Какая у вас там, 65-я? 99-я. 99-я школа. Ей, она ездила с Енафой. Енафе, им пришло, что там, из спецсовета, да, от школы, как приглашение, что ли. Они приехали и для того, им вручили ноту, послание от педсовета, что по четырем пунктам было отправлено, четыре пункта замечаний было отправлено в отдел по делам несовершеннолетних и опеки за семьями. Попечительство еще, вот так вот. Четыре пункта, первый пункт. Значит, о Фросе. Фрося неопрятная. Неопрятная. И потом второй пункт. У Нестора и Фроси упала успеваемость. У них по одной тройке. Значит,
Третий пункт. Фрося, что там там такое еще сейчас? На еду денег не сдают. Так, Фрося, в общем, они оба голодные. Третий пункт. Надя! Она уехала, да. Четвертый пункт, что-то не помню, какой там еще четвертый. Ну, в общем, вот, отец алкоголик, четвертый пункт, последний. Вот по этим четырем пунктам и отправили они уже, все. И просто они им вручили это, и дальше там хоть что говори уже, все. Пытались выяснить, кто их надоумил. Ну, там, видать, все вместе надоумлено было. И, значит, три пункта. Первый пункт, это то, что дети ходят, не так одеваются, как все дети в школе, это первый. Значит, Нестор ходит в пояске и стрижется. У них там какие-то новые стрижки, видать, вот эти вот пацанские. А считается его стрижка, ну как мы все стрижемся, просто коротко, по-христиански. А это они над ним издеваются, смеются постоянно пацаны. Ну то есть всячески пытаются обратить его. И учителя это поддерживают, все, вот в чем дело. И Ефросинья, она ходит в платке и в длинной юбке. Ну вы тут сами понимаете уже. То есть она должна ходить в лямке и вот так вот, или в штанах. И крашеные, конечно, все. Они там все крашеные. Она одна, наверное, такая, да? Ну, вот так. Ну, то есть, понятно, почему она неопрятна и так далее. Начинает там придумывать, это ясно. Это первое. Второе, значит, сами учителя, они, ну, на это посматривают, им, видать, это... И знали они о том, что матери-то нет, и что там отец, он там неблагополучно. И тут пришла еще тетя, третий фактор. Тетя, она сама выпивающая и очень сильно хочет получить их в опекунство. Ну, денег не хватает на пропой. Поэтому вот так. Вот и вот эти три факта вместе совпали. Именно совпали они вот в последние месяцы. Еще тетя сказала, что Нестор пьет и матерится. Да, выходит, матерится. Да, еще там, тетя сказала еще там в школе, что Нестор еще пьет и матерится. Нет, не пьет, а курит. Курит, пьет. Ну, матерится это понятно. Это как бы как здравствуйте у них. Это они хоть сейчас расскажут. То есть вот это все наговорили, но это они не внесли, потому что они же его видят. То есть понятно, что он не пьет, не курит и не матерится, это они поняли без нее. Но то, что она там добавлялась, пришла к ним, она приходила недавно, буквально неделю назад. После этого она мне звонила. Мне позвонил Станислав Юрьевич с Кургана, Зеленский. И он каким-то образом подружился с этой Натальей. Ну, верующий человек, хотел, чтобы как добро там принести и так далее. Он Ване помогает. Он Ваня знает, постоянно он его контролирует, Ваню. Он пообещал Насте, что он, ну, как бы, Ваня как собственным сыном будет интересоваться, то есть и помогать ему, он ему деньгами помогает и все. И он, видать, решил со всеми подружиться, там родственниками, а Наталья самая активная, он подружился. Она начала пьяно ему звонить, она, кажется, молодая, ей там всего там лет 45, наверное. И, в общем, она, я так понимаю, ей все равно, когда она напьется, начинает к мужикам приставать. И к нему тоже. Я говорю, ты перестань с ней вообще заигрывание эти устраивать. Это она с тобой заигрывает, а ты как маленький ведешься. Отрежь просто. И он мне звонит и говорит, она тебе теперь позвонит. И она точно позвонила. Я немножко с ней побеседовал. Она меня начала склонять. Значит, ну, я когда ей рассказал, что она алкоголичка просто. Она такая, так вы вот какие все. Вот, там... Перед этим там я хороший такой там вложил. Ну, в общем, угарно. Все, она сказала, ну я, говорит, вами займусь, вы детей против меня настраиваете. Я понятия не имею, кто она такая, настраиваете. Я говорю, мы детей настраиваем не против вас, а против мира. Если, говорю, вы туда попадаете, то, значит, подпадаете под это все. Я говорю, вы пьете, курите. Что? Вы как смеете так со мной разговаривать? Я говорю, я просто вопросы задаю, раз вы не верующие, то вы хоть что можете делать? Ну, она сразу обратилась все это. То есть вот такая вот женщина. Поэтому она там наговорила столько, что учителям это было на руку. И, видно, может быть, и она и там тоже подписала. И все. И теперь они сказали, учителя предупредили, что теперь ждите комиссию к вам в дом. И я просто вчера попросил брата Севастьяна здесь мне сказать, ну, по нашему законодательству, какие тут дальше могут быть движения. И все, больше ничего не было-то. А Севастьян подошел сюда, сестры как налетели вот такой толпой. Не поговорить ничего. И пока тут все это там обсуждали они что-то,
Тут Игнат Тихонович зашел, ну и дал разгоняю всем. Никто никакого собрания не устраивал, я просто пригласил. И причем я Севастьяна пригласил еще до того, как все состоялось. Мне позвонил в обед он, и я в обед Севастьяну позвонил в субботу. Ну, когда все это прошло, потому что Надя только что приехала, рассказала. И Зеленский как раз, он тоже узнал это все. И я Севастьяна спросил, говорю, останься, говорю, после службы пройдет. И это, говорю, ответь на пару вопросов, что может в дальнейшем быть. Ну и все, он тут ответил, и все, и поехали. Так что никто тут вас, извините, не обидел и так далее. Для того, чтобы узнать. Я потому что знал, что будет собрание, и потом этого дела не добьешься. Вот Севастьяна уже нету. Сейчас бы ничего никто не знал. Значит, самое главное оказалось в этом всем. Комиссия там, не комиссия там, что там будет. Самое главное, что у них есть живой отец. Никто никуда детей не сможет отдать, пока отец живой. Чтобы доказать, что он алкоголик и конченый человек, то есть вообще, это очень сложно. Это надо, чтобы его поймать, чтобы он там где-то валялся пьяный, там поставить его, сфотографировать и сказать, ну и что с тобой делать? Он скажет, понять и простить. Ну, то есть это немыслимо. Поэтому решили пригласить сегодня Андрея. Приглашали отца? Да. Что он сказал на это? Не захотел пойти. Не захотел пойти? А он понимает, что грозит, если он пьяным попадется? Понимает. Там? Он это... Готов переменить-то жизнь свою. Потому что если действительно комиссия придет и увидит его там пьяным, то дальше-то пойдет все это, понимаете? И вас могут прям забрать, вот тебя и Нестора, потому что вы несовершеннолетние. Заберут какой-нибудь там пансионат. Ну, до этого пансионата тоже сложно. У них есть родственники, хорошие родственники, которые, правда, живут за городом. Как его, Петрусь, да? Дядя Петрусь. Дядя Петрусь. Он не пьющий, да? Ну, короче говоря, и он как бы... Понимает все состояние. И он может их, как бы, и даже опекунство над ними взять, если только докажут, что отец, это действительно конченый алкоголик, и там все у них бардак. А для этого там нужно, чтобы постоянно у них в доме была чистота, порядок, у них была одежда, им, потому что их неоднократно Нестора упрекали за то, что он ходит в одной рубашке. Я такой же был, я любил одну одежду. Но это не значит, что ее не стирают. У них хорошая стиральная машинка, который все стирается. Ты умеешь стирать на машинке, Надя? Да. Ты стираешь? Да. Ну, то есть я не вижу, чтобы они были такие прям грязные, от них воняло или еще что-то. Никогда этого не бывает. То есть это все надумано специально для того, чтобы, ну, я так понимаю, что, ну сатана решил проверить нас всех. Надо молиться, ну, как можно больше обихаживать еще ребят. И главное все, что они сами не имеют направляющий и благословляющий руки отчей. Отец у них действительно аховое состояние у него. С ним договориться, ну, бесполезно. Там надо было машину убрать, чтобы уголь подвезти к сарайке. Так он что сказал? Ну, отойдите от меня, все, везите через лес как-то туда. Какой-то через лес там, заедете с другой стороны, мол, сарайки. А может, на вертолете еще завести? Ну, то есть придумывают на ходу. И 4 дня его уговаривали, пока Ваня не приехал. В четверг вдвоем они эту машину наконец-то отогнали. А машина-то москвич. Ее там отогнать надо было там 5 метров, чтобы машинка проехала. Это газель там, это не газель, а зелок. Ты чего? Толкнуть вдвоем не можешь. Да как его не было? Че, не могли? Конечно, не могли. Че они могут? Шина спущена. Надо же накачать тоже и так далее. Откуда? Так тяжело. Он же не сможет это сделать. Мы с папой это вместе сделали. Поменяли колесо на другое. Ну, это все случилось только через 5 дней, как я сказал. Я в воскресенье это начал, как мне доверили. И в воскресенье начал обзванивать уже. А в пятницу только эту машину убрали. Но, слава богу, там у людей была... У них машина сломана, угольная. Это. И пока они ее сделали, вот в субботу... И в пятницу должны были, сказали, еще делаем там еще документы на машину. Ну, в общем, короче говоря, слава богу, подвезли. Ну вот за неделю они, правда, с враньями всякими там и ленью, все-таки этот уголь загрузили, слава тебе, Господи. Но все равно попали и под дождь, и под снег. Нет, уголь сухой весь был. Ну, слава богу, вы же закрыли его, правильно? Кто-то позаботился же об этом, чтобы уголь был сухой, да? Ну, вот видишь. А кто тут? На месте уголь? Таскали. То есть теперь получается так, что... И когда, если бы здесь был Андрей, мы как бы это, ну, под, ну, какая мысль такая есть? Можно было составить заявление, во-первых, рассказать всю правду, да, еще самое главное. Значит, если, вот Ефросинья, она там попросила у кого-то, у девочек хлеба. В школе. Не знаю, что, у кого как попросила, но, говорится, как в нашей деревне, там
Только сданул, говорит, а там сказали, уже весь туалет засран. И точно так же здесь. Уже написали, что она ходит голодная и попрошайничает хлеб. Понимаете? То есть до какой степени там негатив уже на детей насобирали эти взрослые, которые не понимают просто их, почему они такие. Им нужно их душу сломать, понимаете? И они ломают. А так как за нами община стоит, они уже там секта, это Наташа еще тетя подпрягла, там секта, эту секту мы смотрим, они нас смотрят ролики и ждут в этих роликах, когда мы детей там кто-то ударит там или еще что-нибудь, ну то есть ждут невозможного, сатанинского этого всего. Сами одержимы этим бесом нечистым. И вот так вот они, ну они уже написали, сделали свое грязное дело, все. И дальше. То есть, ну на Фросю никто ее хоть не трогает. Ее, не знаю, тебя обзывает кто-то? Нет. А на Нестора настоящие гонения устроили пацанята, злобные бесята. Видели страдания Христа? Когда там Иуда идет, а вокруг такие бесенята бегают и на него кидаются, чтобы он удавился. Вот эти бесенята, пацанята, вот они всегда есть. И у меня в классе такие же были. Меня также терзали за то, что я не дерусь с ними. Надо было драться там защищаться, а я говорю, я не буду драться. И они меня вот так же доставали. Могут из-под тишка пнуть, приколоть тут бумажку, ты козел там. Потихоньку подают, один там что-нибудь раз, а другой раз. Ну, ты ходишь, а там ты козел, все смеются там. Или плюнь на меня и там, фу, прихожу, пиджак, мама, что такое у тебя, весь пиджак в слюнях, в соплях. Или стреляются потихоньку там горохом или что из-за угла. А кто там стрелял, кто знает. Ну знаете, как заушали Господа. Сзади подходили, убили его, а потом с прорики, кто тебя ударил. Вот это все происходит сейчас с Нестором, понимаете? И мальчонка плачет здесь. А они на него делают такую. Это он сам к тем пацанам пристает, он хочет быть в их компании. Понимаете, какую гадость наводит? А это там хулиганистые пацаны, гаденыши, бесенята. И их никто не может обуздать. А учителя, им что, взятки гладкие, нашли козла отпущения. Кстати, я перед вами всегда был козлом отпущения в школе. Меня выгоняли на 9 месяцев с уроков. За то, что я ничего не делал. А потом выяснялось все, даже извинения спрашивали. Ну, социализм. Но сейчас-то другое дело уже. Надо защитить мальчонку. Отец не может прийти, ничего там показать. Отец что, прискочит? Да он и не поймет ничего, в чем дело-то. Мы-то понимаем, понимаете, что его гонят за поясок и за прическу, что он не такой. И он вообще, видать, с ними не беседует, ничего. Они там курят, поди уже все, матерятся. А он-то рождается свыше мальчик, понимаете, на наших глазах. То есть явно, что гонение идет на Христа, вот в этом маленьком человеке Несторе. Ну и, конечно, и на Фросю. Ясно, если она так в платке пришла, это понятно уже все, что ее будут долбить до победного, пока и сейчас... И главное, не написали, что она в платке и в юбке длинной ходит. Нет. А так, неопрятно. Вот вы что там, опрятные ходите? Вот таких вот? Или в штанах постоянно бабы? Разрезы сзади вот такие вот отрастили булки. Поганые. Ну если ты уже вот такую отрастила, так не залазь ты в эти джинсы. Ну не идет тебе. Что непонятного-то? Так, Нестор, молись. И мы будем молиться. Ну, в общем, я рассказал, как бы, вы понимаете, о чем молиться. Серьезный вопрос, но Севастьян успокоил, что пока комиссия не пришла, отца не застали, это беспорядок там не застали, ничего они там этого не застанут. Ну, отец, конечно, он не в нашей власти, понимаете. Ну, вот, дети говорят, что он начинает понимать. Ну, дойдет до него или нет, конечно, непонятно. Поэтому... Вот тут только молитва, я так понимаю, спасет. Не будем, не приедешь же туда и не будешь сидеть там за руку его держать. Не пей, не пей, Андрюша. Спасибо, Христос, брат, за твое неравнодушие. Фрося много зависит. К детям. Порядок наведите дома. Фрося, лучше поголодуй, но ни у кого ничего никогда не проси. Да, это случайно. Я просто с вечера готовлю, а утром, когда собираюсь, не успеваю брать с собой еду. Место всегда берет с собой в контейнере. А я обычно не успеваю. А ты с вечера в субботу положи. А ты что, с утра? У него с обеда он успевает, да? Не успеваю, да? Так а ты с вечера не можешь себе кашки какой-то сварить? Вчера ты приготовь себе. В холодильник положила, приготовила. В контейнере. Уже в контейнере положи, а утром только взять хлеб и сыр. Все. Вот один бутерброд. Вчера, да, я хотел сказать еще. Вчера брат Севастьян вообще, когда начали говорить, он говорит, не ест она. У меня дети принципиально не едят в этой столовой. То есть у нее девчонки, у него, а он адвокат.
У него есть деньги заплатить за не за такой пир, а за пир даже, не за, там, не за обед какой-то. И он говорит, а у меня девочки не едят. Я говорю, а как? Он говорит, ну, с собой там берем, даем им там бутерброды или что-то. Бутерброды. Они там едят и все. То есть это все оказывается в порядке вещей. Нет, то есть вот я сразу сказал, значит, Фрося не, себе не готовит просто. Нестор, получается, может приготовить, потому что у него с обеда. А она с утра. Ну хоть хлеб в сумочку. Но это с вечера надо готовить. Не лежать там, это, компьютер там, что ты там. Ты в игрушки не играешь? Нет. Читаешь просто? Ну так ты не читай, встань себе, приготовь. Ты знаешь, что на тебя гонения идут, ты понимаешь? Это место Писания. Ты должна это исполнить. Не нужно давать повода тем, кто ищет повода, понимаешь? Все, спасибо, Христос, брат. Слава Христу. Держитесь, братья. Да, Игнатий Игнатьевич. Игнатий Игнатьевич. Ваня, что я кое-что буду спрашивать. Может, Ваня? С другой стороны рассмотрим. Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви вообще. По порядку начнем. Рвания я не знаю. А вы в компьютере играете и играете? Вам не открыто, что это? Сейчас показывают пацанёна, который играет. Ну, видно, что он ненормально-то. Все это снимается. Пытается через органы оттянуть. Он никак, он на мать кидается. У нас Валентина Павловна была Конева. Ее внук. Товарищи дома смотрят. Он смотрит, и дальше он теряет над собой контроль. Он у них ночует, у друга, все. На кухне залетает, хватает нож и этого хозяйского сына ножом. А теперь суд, и дальше что было? Он не помнит себя. Другой по интернету разговаривали, а тот вышел с ним где-то, сразу же убил. Другой бабку, мать и двух ребятишек зарубил. Это хуже наркомании. Когда появились первые игры, я посмотрел, как на работе мужики сидят, не работают, а играют. Я увидел, что это бесовщина, самое настоящее. Сейчас особые коллективы составляют, там медицина, психиатры, то другое. Как лечить теперь это? Значит, мне сначала сделали баранов, идиотов, а теперь как лечить? Никак. У нас никак не лечат его. И никто, и в Америке не знает, как лечить. Последствия обнаружатся. Полный рост, говорю, это 2-3 поколения пройдет. Она постепенно сегодня здесь, завтра здесь пузырь надуется. И наконец он не может никуда. Рождаться будет с раком головного мозга. Рак. Это у нас помните, был один Андрей, звать его Тимур или как? Ну, он понимает, жизнь это монитор. А у нас тарзанка, стул такой высокий, на него садишься, высокие такие качели, веревка между ног, и туда, и обратно. А он стоит. Тебе просто было? Да. Да. А там палка, которая привязана в руку толщиной. Палка, ну представь, вот такая вот отрубленная где-то. Ну она, ты он просит, она ему как гормон стоит и смотрит, она летит. И вдруг она пол, ну как дала палка-то. Он не может, как она из монитора вылетела-то. Упал, залился слезами, кровь. Он ничего не может понять. Никогда не было. Он там стрелял, он героем подпрыгивает, четырех сразу одной ногой сшибает. И вдруг она палка его как ногами. Так он не понял ничего, отплакался и повторно встал опять, да? Да потом маме это, или бабе звонит, баба, а я второе научился есть, или первое. Он есть ему, 12 лет что ли ему? Больше. Вы еще не знаете, что такое. Так, Ваня, сколько ты провел за компьютером, играя? Вначале, вот, в самом начале. Да сколько? Подожди. От начала с первого дня по сегодняшний день? Примерно, без обмана. Максимум часа два. А? Максимум часа два. За всю жизнь? В день? Да. В день, не в день, а все с первого дня по сегодняшний день. Все дни. Там долго. Инафа сколько провела? Я не знаю. Инафа сколько провела? Ну в одной комнате, что не знаете-то? Она их вроде вообще не играет ни в какие. Раньше. Баловались. Так, просто сколько ты провел за компьютером? Почему Владимир Александрович напоминает, какие игры вы играете? Тот папа забыл. Там что-то живее, там женщины, мальчики, там что-то такое. Что придумывать-то? Два часа какие-то. Ну ладно. Вот сейчас, да. Некроманты, короче, называются. Так, слушайте внимательно, я расскажу. Так просто, сколько провел часов? Может, час я посмотрела, мне это интересно не стало. Я не стала в это играть. Вы запомните, что сейчас все, что говорите, вы на этом месте обрежете, остальное при вас остается. Сатана за своим придет. Он вытащит из вас внутренность. Вот Нестора спросите. Так, Нестор, сколько провел за играми? Ну что тебя корешит-то, плечами дернешь. Конкретно, в день сколько? И сколько дней играешь? Умножить и получится цифра.
точно не знаю. Не знаешь? Ну, в день хотя бы сколько? То есть это полностью одурел уже? Да, да, да. То есть он не знает, сколько он, чего у него было там. Так, Нестор, а ты знаешь, у нас ролик какой стоит? Нестор матерится, что с ним делать? Это в лагере у меня. Я его ловил и ловил. Отец глухонемой, сын матерится. У нас отец матерился, не глухонемой. Ни один у нас не матерился, не сказал. Ни одного, я матерка еще ни одного не сказал. Настолько отвратительно это. А здесь глухонемой, учиться нет, на улице. То есть дома нету, молитвы нету, молитвы нету. Ночью никто не встанет на молитву. А вот это вот, что пропросил, вот это у вас есть. Вы помните, как компот у меня, сахар был, вы дырочки сделали в мешке и оттуда таскали, воровали. Что? Крутим. А, не мы. А не вы? Нет, у нас тогда не было. Мышки. Да я вас ловил. Где там играет? Это был только один случай, когда я, когда первый раз туда приехал, а в 2009-м, я как таскал. А сахар это были не мы. Сахар это были не мы. Тем более, если за обедом, отец рассказывал, у них там где-то в России было. Как только кушать поставили, какой чугун, каждый рукой туда лезет, если не горячий кусок мяса выкрутить. Вот у вас такая же, только о себе думайте. Вы любите мир. А вот вам как раз мир теперь показывает. И за этот мир надо молиться. Ты туда идешь, попросила у мира, да мне, я не знаю, ну, дней пять бы не ел, да нужды нету. Больница, я лежу, пост, они приготовили после операции, я буду. Так они забегали, тут же все сварили на воде, манки, все как надо, сок. Виктор Андреевич тут все привез. Вы любите мир, это хорошо, что мир вас гонит. У вас не будет тяги. Уже на подходе, на самом, они вам рога ломают. Вы на него, что уже выросли. И мир показывает, они вас поддевают, подбрасывают, вам не устоять. А что, ты должна прямо? Я умер для мира, Павел говорит, и мир для меня. Два мертвеца, а вы живые для мира. Мир на вас ставку делает. Да. Я имею право говорить об этом. 45 лет начальник детского лагеря, до 3 еще в этом новом формате. Я 48 лет, 1000 детей прошли. И у меня были девушки такие, которые верили в Бога. Как говорит об этом отец Андрей Ткачев. Познали Бога, узнали, что родился, наши прихожане в конце все узнали, и в конце говорит, и узнали не у нас, а у протестантов. Мы миллионы потеряли граждан, своих верующих. Это отец Андрей Ткачев говорит. Так вот здесь. Вы не знаете, сколько играли, сколько мозгов у тебя уже вынесли. И вы будете играть, и вам не бросить. А скажу, неужели не веришь? Не верю. Я молюсь каждый день о вас, и результата нету, как об стенку горох. Как будто бы голос какой-то говорит, бесполезно, и не молись. В Библии два раза сказано об этом. Я наткнулся на эти слова, молясь о вас. Я не утверждаю ничего, только у меня состояние вот такое вот. А в вашей жизни я участие стараюсь принять, насколько возможно. Но только если вы уйдете в мир, вы ничего не получите нигде. А чего ради-то мир поддерживать? Вдруг и на пол. Звонит кто? Сергей Павлович, она ночует у кого-то. Я говорю, иди, бери дубину, бей окна, что угодно, сядь в тюрьму, ну вырви оттуда сегодня же. Чтобы она ночевала? Тоже не знаете? Даже кто дома ночует, не знаете? Это лукавые вы. А про тебя и говорить не буду. У тебя и Ваня тоже работать может. Все, ты знаешь, как тут хвалился, что я тебе заплатил когда? Во сколько раз больше? Но над вами нет сильной руки. И вас заберут, и вам такое покажут. У нас один из этого дома приюта ходил на занятия, и он рассказывал. Это ни один фильм нигде не покажет, что с ними делают. Дали выпить кофе, там еще, а ты еще выпила, дальше что-то схватила, дальше ты можешь только утром дома в крови лежать. Я вам неоднократно говорил, не лезьте к миру. Вы дома четверо. Я вам скидывал ролик, как остались без родителей, и родителей нету. Ну, она Кристина. Ну, правда, ей уже там 16 лет было, а их 8, кажется, детей. И она одна вывела их, как они работают. Приходят оттуда комиссии, ничего не могут найти. Все как надо у них идет. Но о Боге слова одного нету. Получали от меня ролик этот? Да. Получали? Да. И припоминаю, как. Да ты бы 10 раз посмотрела, да, как фильм Иисус. И как бы нам так сделать? И как Кристина могла сделать? И как, почему дети слушаются ее? Они в компьютер не играют. У них там есть всякие зверюшки, у вас есть собака, коза, там что есть. Вы не работники дома. Ну еще отработали. И нахуй было.
А Ваня уже зачислили в больные. Слово сайтом я зачислил куда-то. Старый или больной? Выкиньте из головы. Это я не старый, не больной. Татьяна, вычеркни меня оттуда. Меня в интернете все удивляется, столько бодрости, столько огня, и то думаю, а я буду теперь горбатиться. Никогда. Пока ноги ходят. Так, дело ваше швах, и в то же время хорошо, что мир вас гонит. Ничего не выступайте. Ни брюки не заправляй, ничего. Нету в школе нигде этого, что нельзя в поезде ходить. Нету. Нету, ни в одном уставе. Вот сейчас, смотри, я вот раз ехал от Вячеслав. Пристали за бороды. Ну ладно, ну приведи себя в порядок. То есть бороду можно подстричь, но только что порчена была. Он нет. А там замначальника аэропорта или кто-то, он говорит, все поднялись на него. А на его стороне еще больше. И все сразу отхлынуло. И вот сейчас, вчера спрашиваю, как он, говорит, заглохло, пока нет ничего. Передышку Бог дает. Он ревностный такой, ему Бог позволил это увидеть. Так, мы на чем смотреть? Компьютер? Он вам нужен? А, нет. У них нет компьютера, у них гаджеты. Да. Телефоны. Телефоны. Зачем? Это, она приехала, 15 тысяч отдала, говорит, за ней. Я не пойму, зачем? Гаджеты. Что ты по ней будешь по этому гаджеты делать? У тебя связи, какие у меня есть, никогда не будет. Дела, которые я делаю, вам никогда не сделать. Но у меня вот, и то подарок. Подарок. Игнат Тихонович, вы не знаете всего. Ваня, он говорит, не играет, да? Он читает книги про этих некромантов, а потом беседует со взрослыми людьми. Дурь эту свою пересказывает. Так. И там уже этот Станислав Юрьевич говорит, Ваня, да не надо ты мне, не пересказывай эту дурь. Я тебе выслал туда Чингачгука, там Прерии. Ну, ты читаешь книги. Почти сам, Ваня. Он говорит, правду или неправду? А что ж ты молчишь? Да. Речь идет не об игре только, а о том, что ты там увяз. У вас нет руководителя, за кем бы тянулись. А чтобы быть руководителем, надо поститься, молиться, работать. И они, глядя на тебя, как Кристина, эта девушка. Она все сама делает. Представь, до самого маленького остались, и комиссии приходят, и ничего не могут взять нигде. А наоборот, стараются. Люди узнали сейчас по интернету про них. Там дом им отремонтировали, там все это. Все у них есть сейчас. И говорит, она уже совершеннолетняя, и она где-то училась, она бросила учиться, чтобы заниматься этим. И теперь женихов столько, она говорит, по интернету не знакомлюсь. Это как так? У нас вон написано, с верующими надо воевать. Они, это верующие, которые у нас были, они понимают, лучше не найдут. Они приходят, ушли, но детей крестят здесь, причащают здесь, а нога одна здесь, другая там. Так не получится. Надо жить жизнью общины. Кто сегодня был, могла остаться здесь? Христос или Мамона? Могла остаться, тем более никто не запрещал ему ходить и выходить замуж. Тем более ушли без единого замечания, замечательное. Но все время вот так вот. Это никак не годится. С вами этот человек, позвони, скажи, тебя никто не исключал из общины, будь здесь, на занятиях. Я говорила. Говорила, ну вот все. Я не могу ничего сказать. Покончите вот с этой дурью, о чем вам кто звонил там и о чем Игорь Владимирович говорит. Покайтесь, сходите на исповедь. Не ждите, когда на следующей неделе, чтобы на исповедь все пришли. Объявите пост. С вами будет то, что никому не пожелаешь. Там разговаривать не будет. Вот работали здесь, я вопросы хочу сказать. Она больше всех их знает. У меня книжки какие-то там есть про зверей, про пчел. Она все знает, читает. Она на картошке была, она этих двоих заменила. Вот, он и нафа. Она работница. Ей больше дано. И поэтому на нее насадка будет еще больше от сатаны. Ни шагу назад, сестра. Твердо упрись. Господь любит тебя, тебе дарами какими наделил. И мать, ты знаешь, я к ней приходил когда. Когда я, говорит, тебя просила маленьких 10 лет, ангел, дай мне 10 лет поднять детей. 10 лет кончил, сразу же заболела. А ты не хочешь помолиться? Она говорит, искушение-то нет. И она мне говорила, ну уж как-то там посмотрите. Я наказ матери выполняю. В первую очередь закончить с играми. Ни в чтении, ни в разговоре, нигде не поминать сатанизм этот. Это сатана придумал. Им важно, чтобы люди не выходили на площадь, не митинговали. Вот показывает, какая у нас зарплата. Вот министр здравоохранения это, по образованию получает ежемесячно 3 миллиона 800 тысяч. Депутат обыкновенно ничего не делает. 1800, кажется, 25. Для гражданина, вот я, 8141 рубль 33 копейки. Но я живу богаче, чем они. И не завидую ни одному. Работать надо. У нас потеряют все свое. И зачем же ты подошла кого-то просить? Да как не стыдно, да из рук брать этих людей. Когда продукты вам дал все,
Да навари больше, наешься, положи в баночку с собой и проще. А на этого нападает, потому что он больше всех утонул. А у него есть качество, я ему за это даже награду давал. Он инициативный, может руководителем быть. Нестор, пока тебя не согнули в три калача, отойди от них. Я вот куда иду, на работу, там это, по лагерю, я всегда его брал с собой. Любую работу делать, мужик настоящий растет. Ну вот мир поглощает. Матерное слово было, прокуривание знаю. С чем мог боролся, крапиву не жалел. Как нарисовали, крапива, и говорит, жгучая крапива, скопы для жопы. Прямо в интернете стоит плакат такой где-то. Ну ты сам знаешь. Так все понятно? Я хочу слышать о вас доброе. Поддержите меня в молитве о вас. Надо это, еще у Нестора узнать, чем он там в гаджетах занимается. Я не знаю, я не разбираюсь. Он постоянно молчит, и я очень сильно, я не просто обеспокоен, я чувствую там какая-то такая гадость. И она его держит вот за этот хвост. И не вылезти оттуда. Если он не будет плакать, я его спрашиваю, во что ты пост, играешь? Пост, объяви завтра пост. Не во что, молитва, что читаешь? Нету. Молчит. Лекарства нету, одно только, пост и молитва. И главное, этот Станислав Юрьевич, говорит, он скрытный, говорит, он мне не говорит. А Ваня, тот, ну, такой простой, он ему рассказывает, как бы. А этот даже не кается. Че он там у него такое, я не знаю. Нестор, тебе говорят, что ты признаешь или нет это? Ну, ты маленько осознаешь, что тебя сунут, то тебе уже оттуда не выйти. Будешь вор в законе. А пока шестеркой. Они на таких ставят ком. И тебя быстро проиграют. И выхода никакого нету. Дадут нож и режь своих. Ну раньше как они принимали? Ну знать надо какой он. Ну и стоят в очереди, зашел женщина сзади, такое пальто прекрасное. Так подойди к ней и спроси, как ее зовут? Она мне или рот раскроет, и ты плюнь ей в рот. Угу. И тогда будет видно, что так, пошли в другой магазин. Раз, два, три, а вот эту женщину просто ударить. Ее что? Вот это вот здесь, возьми калом в лицо. И когда он пошел на это, теперь с родителями. И теперь видно, да, это наш человек, он пойдет на все. Тебя ждет вот этот испытательный срок от тех, с кем ты знаешься. Чем больше вас гонят, тем лучше для ваших душ. Потому что тогда к Богу, когда меня гонят, да вы об этом молится, я прибегаю к Богу, заступнику, враги одолели меня, сильнее меня. Читайте псалтырь. Вы не читаете его. А придите утром, мы утром молимся, когда присоединитесь к нашей молитве. Только стоять и молиться. Сергей Павлович, займись. Если не придете на молитву завтра, то я вообще не знаю. Мы начинаем молиться в 5. В лагере вставали в 5, это как раз ложитесь раньше. Ложитесь в 9, в 8. И сейчас, как пишут, врачи показали, если человек вот, ложится позже и встает позже, то ему нужно 9 часов. Ложиться раньше где-то достаточно 7 часов, 6 часов. Вот это раннее вставание укрепляет организм. Почему их называют то поздно? Это сова, а рано встает же воронок. Ну, большая же разница. Ну, сова, и очки наденете, все будет у вас сходиться с этим. Спаси Христос, дорогие мои. Я хочу вас призвать, сходите, соберитесь вместе, сходите на могилу к матери. Помолитесь. И позовите ее на молитву с вами тоже. Она там молится о вас. Помните ее наказы. У меня есть письма, которые я вам принесу от нее. От матери. Да, Ваня хочет сказать. Я еще хотел добавить к словам дяди Игоря насчет тети Наташи. Там получается, она начала промывать мозги учительницы Нестора. Еще с самого лета. То есть, когда только мы Нестора отправили в лагерь, она мне позвонила. Она звонила всем. Она звонила тете Наде, она звонила тете Наташе. Она позвонила мне и сказала, что... А вы знаете то, что ваш сын, этот, ваш брат отправили в секту? Я говорю, какая секта? Это нормальное учреждение. Я сам там несколько раз бывал. Никого там... как сказать, принуждать не буду. То есть она считает, говорила то, что заработают его там прям до посинения. То есть они там как рабы их используют. Я говорю, это бред какой-то. Мы вот в 6 встаем, в 8 получается у нас уже начинается рабочий день. И вот с 8 до 12 мы работаем. После обеда все, отдыхаем. Но там если отдельно попросят что-нибудь сделать. Да сейчас и то не так. Это, тем более это я тем более, это моя была инициатива. Взять Нестора и Тарасия.
И еще и Нафа подключилась. Я просто сам попросил, потому что я поехал в гости к Игнату Тихоновичу, и все. Вот. Причем тут лагеря или что там? А вот потом, уже вот получается, до вот сегодня, это, до вчерашнего дня, получается, за две недели шефу начала Станислав Юрьевич. Шефу опять мир этот тащишь. Станислав Юрьевичу начала звонить тетя Наташа, он мне позвонил, сказал то, что она ему звонит. Говорит то, что я хочу повеситься, она получается какой-то долг у своей начальницы, у кого работает, долг на 40 тысяч взяла. И получается, ну украла, не знаю, взяла у нее долг, как она объяснила Станиславу Юрьевичу, и говорит то, что я хочу повеситься, помоги мне, если можешь, забери меня в курган. И вот весь день она до такого напилась. И мне успела позвонить, и вроде говорили, то, что это нет, вам это она не в этот звонила. Раз, нет, это она вот мне недавно звонила. Ну вот, Станиславу Юрьевичу она звонила, насчет этого говорила. Ну а потом вот началось, она еще в прошлом году пыталась и меня под себя подогнуть, то есть пыталась навести контакты с колледжем, то есть меня хотела под себя заставить, чтобы я команды ее выполнял. Звонила мне часто, Ванечка говорит... Сначала мягко, а потом как начала на меня криком, я ей сказал, тетя, ты уже слишком далеко зашла и перестал с ней разговаривать. Она позвонила Станиславу Юрьевичу и говорит, зачем ты детей это, настраиваешь против меня? То есть она сама против себя настроила, но еще и кого-то обвиняет. Понятно. Примите решение. Никогда не разговаривай. Звонок сразу заглуши и все. Она не дружественная. Ты заглушила. И она говорит то, что нету. Больше выхода никакого нету. Еще один список. Исключите из контакта. Все. Все контакты. Исключите из контакта. Черный список. У меня в черном списке. Вы сделайте сегодня это. И завтра уже тоже черный список поставьте. И за нее молиться начинаете. А все остальное это так, разговор один. Значит, объявляй пост. И начинай молиться. Иначе ничего с тобой уже не будет. А тебя будут как от заразы в доме все ходить. Я сказал, что тебя ждет впереди. Примерно вот это вот. Другого нету. Эти уголовники специально лагеря образуют, учат все разговаривать, как что воровать. Прямо учат, целые лагеря открывают. Тебя сразу туда отправят. А там посмотрят, ты здоровый, крепкий парень. Мне прислали ролик, 400 детей потерялось. И вот такие вот ящики, а теперь поймали их. И лежится ребенок вот такой вот, обложенный льдом. Он как в одежде все, в Китай отправляют. Ну там, печень, органы, все берут. А матери тут рыдают, разгребают это, все это заснято. Это Рахиль Загидулина мне это кинула. А там стоит там, ну, органы, видимо, власти, ну что теперь сделаешь-то? А китайцы-то эти, китайцы. И говорят, а куда вы другой? Ну сели там, на Аляшке, другое место куда? Куда? Съедаем и все. Это сегодня. Это на меня вышел ролик. Вас другое, может, и не ждет. Пойдете на органы. Это в мире такое. Кейдеппи называют. Воровство детей. Это специалисты на этом работают. А тебе, мальчик, нужна собачка? Нужна, я тебе щенка покажу. Щекотило там не на площади душил. Нет. Сколько 50, там сколько человек. А каждый, пойдем в лесополос, я тебе покажу. В электричке знакомился всегда. Вот так. И выходил с кем-то, с кем познакомиться. Ну, с женщинами, девушками. 100%. Если у вас страха нет, то у вас ничего не будет. Страх Божий приобретите. Убойтесь Бога. Детей мать за вами может каждый день девушки молиться там. 17, и скажет, вот это я воспитала. А падает все на родителей. А с отцом он стоит? Нет. Он даже на ногах не стоит, я не пью. А когда со мной он жил, лучшего помощника не было. Все может делать. Модельную обувь любую там сошьет. Краснодеревщик высшего класса. Золотые руки. Так нет. Были. Ему только вот скажу, иди делай. А у меня студент учится. Я сказал, столб вот такой вот. И ты прибивай доски. Ну, можешь прибивать, молотком бить. Все, я прихожу, а он взял гвоздь на 200 и через столб прибивает доску. Через столб. Столб пробил, а там вот столько гвоздя осталось. Он 18 сантиметров. Ну и доска-то, а как загнуть? Да зачем мы с этой стороны, а как? Приехал один, я дал вот это, я ему копать тут это для воды, а вот это топор рубить. Он топором начал рубить дерево. Землю. Землю. Дерево топором и рубит? Да, топором. Землю. Дерево рубить. Так, а дерево, где там что? Деревья растут, я топор положил, видимо, топора не видал. Ты, и рубит лопаты, и у меня живет. Лопаты. Ну, вы знаете, разговор. О ком я говорю, кто у меня жил. Да его можно упоминать, он только порадуется. Да вот так.
Поэтому надо работать, молиться, поститься, объявите пост, все вместе, только не один. И с вечера готовьте еду. Утром встали, поели, никогда никому не обращайся за безбожников. Мне сколько раз говорили, сейчас вот по лагерю был, лагерь превратили в музей-то. Ну и все, разобрались. Люди к нам расположены. Знаете, вы не подходите вот поэтому, там начинает там. Ну не подходим, так что делать? А знаете, новый сейчас есть Томенко, губернатор Алтайского края. Да грант, там деньги. Да ну деньги. Я говорю, мне как раз и нужно, чтобы деньги не давали. Я хочу показать, что бесплатно, я 45 работал, сами построили, сами питание даем, достаем, все сами делаем. Мне не надо ни одного гранта. А такие-то лагеря что? А вот именно сами, по отдельности. Таких лагерей тысячи, мы бы уже миллиона полтора бы проглотили, говорится, нужды человеческой. 3,5 миллиона считают беспризорников в стране. А вы когда вот эти обеды едите, вы там скоромно едите, котлеты там, сосиски, что у вас? Они не заказывают. Ни брать и не есть. Дети, кто у нас? Не едите? Так тем более самим-то готовить-то легче, уже не, ты все знаешь, скажи, что у тебя есть. Каких продуктов не хватает, Ваня, у вас? Все есть. Ну, в прошлый раз что, и мука, и картошки, и масло, и... я бы сахаром дал. Картошки не привезли? И сахар. Картошка стоит. Картошку и сахар. Картошку так надо. Картошка брать. Стоит, уже ждет давно уже. И сахар. С той недели. Дядя Володя знает. Игнатий Ильич, сахару им еще нужно. Мы варим себе какого вот такого, вот так ноготок картошки. Сахар вот в литр дайте, дать картошку побольше. А потом ее очистим, растолкли, она нормальная. Вы что, на что толкаете это человека? Он там соплится. Так, ну просто. Да ладно, ты там хватит наберешься, сука, не придумай. Примером своим. Ты помнишь, что где бы ты ни была, мы с вами. Тихо, тихо. Я пенсионер, и мне 7 раз в день положено молиться. 7 раз. По 100 поклонов. И ты передо мной стоишь. У меня за тебя молитва идет. Я уж не говорю, что Господь избирает это дело. Удержись на этой ступеньке. Вот в чем дело. И ты сама видишь, вы нам настолько не чужие, а мы все свои. Ваня что-то хотел сказать. Да. Я хотел попросить молиться за бабушку, которая... сдает мне комнату. И зовут ее Калашникова Зоя Михайловна. Зоя. Да. Бабушка Зоя. У нее в последнее время часто в больницу ездит. У нее давление и холестерин скачет. Она вот ее на пост ее. Верующая? Она и так ест вот по столику. На пост ее. Верующая? На пост ее. Говорит, поститься надо. Скажу, бабушка, постимся вместе и молимся. Да, молиться будем только за обращение. За обращение, да. Не за здоровье, а обращаться. Поэтому так. Давай ее сам-то там обращай. Последний вопрос тебе. Ты хоть маленько понимаешь, что впереди тебя ждет? Ты будешь помогать или нет в молитве мне? Ты будешь помогать сестре и просине? Да. Так, вы не можете определить, кто старше, кто из вас. Я сказал, и просине старше сегодняшнего дня. Да, это так. Я имею право говорить, мать мне доверилась с вами заниматься. Она будет старше, не по возрасту, а по желанию трудиться, и она считает книги, и, ну, можно поразговаривать, культурный человек. Да. И поэтому она не любит порядок,